Здорово, здорово всем. Ну что, продолжаем мы проходить второй Resident Evil. Партия за Леона. Погнали, погнали. История. Новая игра, второе прохождение. Леон Кеннеди. Серега, привет, Лех. Стартуем. Здорово, Серега. Да, стартуем. Или пиздуем, кому как удобнее. После нескольких дней... Макс Ланг, привет. Здорово, Макс. Рад видеть, пацаны. После нескольких дней радиомолчания с нового участка Леон Кеннеди решил отправиться в Ракон-Сити, чтобы разобраться, в чем дело. Он еще не знает, что его ждет. Угу, интрига. Ну все же знают, что его тут ждет. Полный кромешный пиздец и нихуя патрон. Давай, играть за Леона. Утверждаем. Стандартный, опять же, нахер нам хардкор Ракон-Сити, промышленный город в сердце Америки, которому Леон Кеннеди что-то там бла-бла-бла. Я не успел прочитать, но да и бог с ним. Это он еще Клэр, получается, не посадил. А, он высадил ее возле заправки. Подожди. Нет. А, она уже, короче, Клэр уже находится в заправке. Когда он залетел и выстрелил в башку, по идее так. Никого нет. А там Клэр уже прессует вовсю. Куча крови. Погнали, разберемся. Малыши, карандаши. Эй, не стреляй. Ложись. На нах. В машину. Макс Лан. Превьюшка была кликбейтная. Не знаю, надеюсь, участки что-нибудь объяснят. Стой, ты что, коп? Да, Леон Кеннеди, а ты? Ну, как всем известно, если у копа спросить, коп ли он должен сказать то, что он коп. Клэр. Клэр Редфилд. Скор, спасибо за донейшн. Скор, thank you for donation. Серега Зе поддержал нас, Таруп, и сказал проверка титёх. Проверка чисек была успешно проведена. Продолжаем. Вовремя заметил. Так, ну тут они расхерачиваются. Клэр, ты цела? Да, в порядке. Ты сам как? Надо бежать, здесь опасно. Да, давай, встретимся в участке. Хорошо. Надеюсь, титьки ему помогут. Получается, он обошел с заднего двора. Задний двор полицейского участка. Надеюсь, Клэр, ты добралась. Во время пиздеца, получается, что, они тут своих этих подчиненных хоронили? Они хотели выходить с участка. Что за братские могилы-то, я не понимаю. Не совсем понятно, зачем они это делали. Они могли бы просто как бы трупы переваливать, перекидывать через забор, да и хрен как бы с ними. А то вдруг встанут, они же не связаны. Хотя да, некоторые связаны. Клэр у нас шла вот по тому пути, где вот жмуры там валяются. Да-да-да. Ладно, пойдем вниз. Опять же, я... Вот этот вот часть игры, получается, я проходил за Клэр. Закрыто. За Леона не лобал. Так что посмотрим, что там. А чё там, уже вертолет расхерачился? Да ладно, он же должен после это сделать, чуть попозже. И не трава, окей. Вон там еще нычка. Бам. Пасхалочку. А? Как бы не выбить-то. Правда, у меня 4 патрона осталось. 4 же патрона? Да. Уипон, значит, поехал ментом устраиваться с 5 патронами.
Хотя, по идее, табельное оружие мы должны выдавать прямо непосредственно на рабочем месте. Сейчас стопудово, если эти гаврики сейчас подстают, надо будет жестко отсюда удирать. Угу. Макс Ланг. А ножом? А у меня ножа нету. Вообще, только вот 4 патрона и привет. Нож пока... Нож, по идее, у нас Марвин. Марвин выдал бабе. Здесь Леон должен найти нож позже. Но тут не совсем получается сходится по сюжету. То есть как? Они вхерачились в фуру, перевернулись и так далее. Разбежались в две стороны. Она побежала с одной стороны участка, он побежал с другой стороны участка. Но она, забежав Клэр в участок, какое-то время там провела. Потом только врезался в вертолет. То есть, ну как минимум, я не знаю, хотя бы час она там бегала. Ну, условно говоря, даже полчаса. Этот же только вошел в заграду, сразу же въебывается вертолет. И тут, по идее, по катсцене Клэр должна быть здесь. Потому что я как только спустился... Ну, точнее, подошел вот к этому проходу, вертолет вхерачился сюда, она спускается вниз по вот этим ступенькам, и тут находит Леона. Короче, не состыковочка. Ладно, ножички нашли по металлу. Ну, хорошо. Эй! Клэр? Да, не состыковка примерно, ну, по событиям игры примерно не состыковка минут на 30, наверное. Расхождение. Ну, вроде как. Серега, Зе, погоди. Залёна, это же основной сюжет, а Клэр дополнительный. Чёт с вертолетом не тогда. Вообще, как говорят, и ни один источник говорит, за Клэр сюжет А лобать по канону. Типа так логически правильно выстроен сюжет. За Леона это типа сюжет Б. Когда вот так. Ну, я всегда играл наоборот. Вот как ты говоришь, что он за Леона основной, за Клэр дополнительный. Но тут почему-то, ну, говорят так. Поэтому я и решил так сыграть. И тут не состыковка получается. Я, говорит, сейчас. Интересно, он мог бы ее трахнуть прямо вот через оградку? Они там так друг на друга смотрели, что полный пиндык. Давай же. Вот как раз его член пролезет. Леон, вечно мы встречаемся при таких вот обстоятельствах. Ты в порядке? Полицейский вертолет просто появился из ниоткуда. Да, я в норме. Я так понимаю, ключа у тебя нет. Серега, зя, видимо, с кого начинаешь? С ИЖБ подстраива пятится. Я видел обратную версию. Все так, но персонажи наоборот тогда идут. Ну, я не знаю, но все равно тут получается логически, ну, тут полчаса опоздания. Я играл уже из-за Клэр, ну то есть получается, я в данный момент прохожу, ну как, вообще типа говорят, 4 раза надо пройти игру, чтобы прочувствовать вообще типа с разных углов вот эту историю. Но проходил я на плойке сначала за Леона, потом за Клэр. Сейчас я на компе прохожу, на стримах я прохожу сначала за Клэр, потом за Леона. И в принципе разницы никакой, но опоздание сюжета... что так, идет за полчаса, то есть неверно. Подстав. Нет, ну я рада тебя видеть. Ты как, держишься? Я пока держусь. Серега, зя, да. Ну и ночью сюжет выдалось. Сюжет Б немного другой. И не говорим. В общем, да, но... Стоит только решить, что хуже уже быть не может. Леон, тебе лучше уходить. Ну да, лучше дергать. Сколько там, примерно 4 жмура валяется. Не волнуйся за меня, главное найди надежное укрытие. Леон, я серьезно, они сейчас прорвутся. Уходи, пожалуйста. Мы выживем, ты и я. Ты и я, детка. Так, ну, там-то все, да, текаем. Херово, что ножа нету. По идее, Леон был должен быть чуть-чуть повыносливее, чем Клэр. Его могут типа на разок побольше укусить, если
сделали так же, как это было в первой части ремейка. Но хер его знает. Сейчас почитаем. Короче, разок его грызанули. Пистолет М19. Ага. Я, наверное, вот эту пуколку слабенькую выложил. Ибо она как бы нахуй не нужна. Ну, это каноничный. Он костюм, по идее, сейчас должен надеть. Переодеться. Только в оригинале у него прям латы такие были. Туговато сидит, конечно. Ничего, разношу со временем. Так. Добавлено премиум оружие. Ну, тут то же самое. Такой же расклад, как и это. Как и было в дополнении. Пока пользоваться, естественно, мы этой херней всей не будем. Алекс Плей, привет. Здорово, Алекс Плей. Оставляем что? Ножнички, ключик. А в принципе и все. Вот, нож, кстати. Вот нож обязательно возьму. Это единственное, чем я буду пользоваться. По крайней мере, буду стараться. Если уж совсем труба станет, тогда можно что-то взять. Пока не вижу смысла. Алекс Плей, как дела? Дела отлично. Просто замечательно. Вот гранату нашел. Будем пользоваться, наверное, по возможности. Серега, The Revelation 2 тоже хорош. Надеюсь, пройдешь. Я думаю, то, что мы, Серега, с тобой в Revelation 2 вдвоем сыграем. Очень чесались руки у меня Revelation 2 купить на PS Vita. Она там что-то стоила штуки полторы, по-моему. Но все равно игра, если заточена на двоих игроков, то она все-таки, блин, прикольнее же будет играться на двоих. Поэтому надо закооперативить это такое дело. А вот насчет пятой части, это, конечно, печалька, то что... Хуя он борзо ствол держит. Прям как это, прям как ебаный гангстер. Привет всем. Здорово, Сварм. Алекс, у меня гуд дело, а 23 был вообще бомбезный день для меня. 23-го, а чего у тебя такого было замечательно? Девольфо от bmd.gg. Доброго времени суток. Здорово, Вольфут. Бля, я уже думал, тут по этой какого обойма валяется, но нет. Алекс Плей, привет, Сварм. Так, ну что, потихоньку пойдем разматывать этих ребят. Сварм. Привет, Девольфо от. Я думал, может гранатку у них зашвырнуть. Бля, на всех патронов Сварм. Не хватит. Сварм. Алекс Плей. Бежим, короче. Ай-яй-яй. Не. Их такое за количество раз могут кусать. У меня 23.09 набрал 100 подписонов. Сейчас уже 130. Поздравляю. Поздравляю. Короче, два раза кусанули меня. Но я на патронах сэкономил. Я таким не представлял себе свой первый день. Да. У Альфо от страха. Спасибо за донейшн. Thank you for donation. Серега Зе поддержал нас, Тарут, и сказал еще раз привет всем. Добиваем его ножом. Ну его нахер. Пучок бумаги. Это недостающая часть этого у нас. Того самого волшебного дневника. Вот эти гаврики. Кстати, я тут забивал окошко к тому времени, по-моему. Алекс Плей. Нифига себе видос под донат. Блять, огонь. Сейчас. Сейчас все полезут нахуй отсюда. Но у меня есть мегапушка. Все, режем. С ножом хорошая экономия патронов выходит. Ну и плюс расчлененочка. Наша любимая расчлененочка. По здоровью.
Ну, короче, два раза. Два раза меня могут грызануть еще. А ключ этот выбрасываю. Или два, или один. Короче, следующий раз будет типа смертельный. Не густо. Надо хилы какие-то искать. Сюда навряд ли меня, да, пустят? Нет, смотри-ка, пускают. Бля. Пойдем, наверное, по низу. Ну его нах. А тут эти гаврики уже все свинтили, да? А нет, смотри-ка, стоят, ждут. Там вот растение лежит. Я бы его взял, конечно. Ну ладно. Не буду пока рисковать. Внимательнее, короче, надо осматриваться, что тут можно из полезного взять. Там вот у нас, короче говоря, сундучок будет валяться. Но нужно заколотить сначала вот это окошко, откуда у нас зомбарь вывалился, потому что сейчас другие полезут. Ну их нахер. Опасно. Суарм. Вот стало интересно, когда кусают зомби их, они не заражаются. Интересно, другой зомби может у другого зомби заразиться и стать более продвинутым зомбарем. А потом они вечером собираются после 12 в одного мега-зомбаря, короче. А, да, вот здесь давай прокусим что-нибудь. Алекс Плей. А как у тебя погода? У меня иногда дождь, иногда ветер, а иногда просто холодновато. Ну, у нас сейчас, в данный момент идет дождь. Градусов примерно 5, не больше. Осень идет полным ходом. Я думаю, через пару неделек будет уже... Опа, и тут. Через пару неделек уже у нас снег выпадет. Давай-ка, иди-ка сюда. Бам. Бля, вот второй пострелять не даст. Я, по-моему, башку расколол, да? Да, расколол, отлично. Я его кританул неплохо. И этого кританул. Смотри, как удачненько идем, а. Просто замечательно. Световуха это пока нахер. Я вообще ими не пользовался. Нужны они, бля, 300 лет эти световые гранаты. Патроны. Ну пока, в принципе, по идее, все на своих местах, где оно и было. Алекс Плей. Будешь проходить в будущем КТ-5 или Red Dead Redemption 2? Ну, я вот насчет GTA точно не уверен, но в планах было RDR пройти и первую часть, и какая вторую. Какая сложность? Сложность средняя. Так, все, мне уже не лезет. Мне уже не лезет, и я знаю, где у меня есть сундук. Поэтому пойдем лишку скинем. Сложность стандарт на нормале, короче говоря. Серега, за световые нужны. Если тебя хватают, отбиться. Ну, так-то и у меня и гранаты есть на этот случай. Я их пока выкладываю, короче. Так, давай, чистимся. Порох я выложу. Вот эту и вот эту. Пока особо, видишь, пока много зомбарей нападать на тебя не будет. И поэтому оптимально сейчас инвентарь не забивать, потому что тебе его и так заколотят всякой нечистью в виде лута. Вон, видишь, патроны наваливают, всякую херню. Один проход открываешь, второй, третий, бам-бам-бам, у тебя уже и складывать-то некуда толком. Алекс Плей. Играл в Ракет Лигу? Рокет Лиг? Нет, не играл. Суармб. Вот и все. Ну уже, и правильно. Уже сюжет пойдет нормально. Да и мобы не будут надоедать.
Да, тут и, в принципе, иногда не так, вот так вот башкой мотает, и хер попадешь. Я не помню, что у нас получается, если сложить два белых патрона, ой, два белых пороха. Ладно, пока я и синюю, пожалуй, выложу. А вот одной хилкой надо воспользоваться. Так, порушечно. Давай сейчас еще здесь пособираем по дороге, что у меня тут открылось. Предохранитель. Ну, это я примерно знаю, куда его приладить. Все. Давай сейчас еще пособираем. Что у нас по дороге тут есть вкусно. Для дробаша патроны. Но если здесь дали патроны для дробовика, скорее всего, я еще рановато сюда пошел. Я вот не помню, у Клэр был дробовик или нет. По-моему, не давали ей. А, у него был огнемет. Огнемет, гранатомет, что-то в этом роде. Нихера, да, нет. Ладно, дальше. Постепенно будем вот эти вот коридоры зачищать. Чтобы слишком много у нас друзей не появилось лишних. Тут он еще. Отсюда могут прилететь. Вот этот гондон может стать, кстати. Ну-ка, давай-ка его. Тихо. Давай-ка этого чувачка порепай. Он со временем будет стал определенно. Суармб. Да, у них разный арсенал. Локации, правда, одинаковые по большей степени. Да, тут достаточно, в принципе, небольшие квестовые предметы поменять местами, и у тебя уже геймплей изменится. Ну, это как бы интересно сделано, по крайней мере, на тот момент, когда она вышла. Это вообще была самая-самая такая штука. Вот, порох, да. Можно еще себе патронов забазить. Ну и все, в принципе, да. Сюда мы предохранитель сейчас забацаем. Точно. Поэтому сюжетка за Клэр чуть-чуть, ой, точнее, вот эта вот вторая часть сюжетки, она пробегается быстрее, потому что уже знаешь, куда запихивать определенные предметы. У тебя там, возможно, коды какие-то старые, там еще что-то. Чуть-чуть поудобнее, чуть-чуть побыстрее. Так, давай в сундук. Берем предохранитель, запихиваем его, и можно дверь открыть. Там у нас Марвин, по идее, который должен дать нож. Но это, конечно, это не точно. Но посмотрим, как оно тут. Что дальше? Так, вот это мы дело вытаскиваем. Берем с собой патроны. Желтый. А у Клэр, по-моему, белый был. Ход. Давай, объединяем. Заебись. Для дробаша. Я рассчитывал, что для пистолета дадут. Это вообще вниз. Окей. Где у нас предохранитель? О. Электрическая деталь. Ничего, не могли просто название предохранитель написать. Зачем именно электрическая деталь? Точнее, надо такие вещи. Я резик 2 и 3 новые купил давно, но чё-то даже не запускал. В трех есть кап-сетевуха, но она странная. А чё там за сетевуха? Там, наверное, не сетевуха, там, скорее всего, типа а-ля дополнение, если я не ошибаюсь. Продавали вместе с третьей частью резика в нагрузку. Там что-то операция, не операция, Ракун Сити. Не помню, там, короче, надо за четверых выживших лобать. Онлайновая такая тема. Ну, дрочильня, короче. Мертворожденная игра получилась. Вот. Так, ну все, все, по идее. Короче, офис я этот зачистил. Пойдем. Пойдем, наверное, внизу проверим, что там есть у нас. По дороге сохранимся еще.
Но вообще по квестовым предметам меня Серега, ведут... Серега, да, там режим выживаний, концепция ничего, но реализация так себе. По идее, по квестовым предметам меня ведут в главный холл, к Марвину. Я вот думаю, вниз или в холл? То сейчас меня за жопу тут схватят лишний раз. Не очень бы этого хотелось. Или с ликерами, допустим, встретиться. Слава яйцам, проход закрыт. Потому что что у меня, по идее, 22 патрона, я от ликера нормально не отобьюсь, у меня ни хилов, ни хера нет. У него если только говном кидаться, прямо их штанов поскребать и швыряться дерьмом. Ладно, погнали, короче, тогда в основной ход. В основном в холле. А можно даже в обход, в принципе, пройти. Давай посмотрим, да. Тут же у нас в парашке что-то валялось. Тут, по-моему, спрей был. Но, возможно, что-то изменилось. Нет, по-прежнему затопленный унитаз. Нет, ну да, спрей на месте. Чё не взял? Предметы, короче говоря, да. Некоторые основные предметы находятся на своих местах. Но тем паче нам-то, хули нам-то кабана. Беги да отстреливайся. Здесь сейчас парочка выйдет. Пилка с азиатом. Либо они еще тут сидят. У чувака патроны. Берем. Надо его порепать заодно. Чтобы за жопу не схватил. Чувак так волшебно забулькал. А че никто не нападает? Но здесь-то кто-то должен уже быть. Бля, тапки остались. Тут жирный мудак, на которого я помню тогда полубоем извел. Уже никого. Вот те на те. Патроны. Так. Окей. Давай до конца проебнем сейчас. На. Там основной холл. Давай какие-то окошки заколотим. Лучше, как говорится, перебдеть, чем не добдеть. Потом они будут надирать жопу, а по этому коридору мне бегать еще прилично, стопудово. Особенно вот примерно по вот этому. Можно вот это окошко заколотить. А, блин, тут каждое можно заколотить так-то. Ладно, пускай, наверное, дощечка пока со мной будет, а спрей можно выложить. Потому что она, скорее всего, после холла. Холла! После холла! Отправят, скорее всего, в другую часть. Посмотрим. Так, да. Будет покороче будет. Угу, Марвин уже тут. Ах ты, сучка, Марвин. А ебальник у него как разлетелся, а? Как перцик, блядь. Сколько вас тут? Чё, только один? По идее, Клэр уже тут, да, все пооткрывала. Ай-яй-яй. Лишний выстрел. Ладно, не торопимся, не торопимся. Да, ебись.
Он упал? Да хера на него патронов ушло. Очень жаль. Торопишься, начинаешь мазать. И это не есть хорошо. Суармб. Анимация удара ножа немного странная. Они такие же кривоватые, как это было в первой части. Но я имею в виду то, что в ремейке. Ну вот. Ну вот, может, чисто ебашит, как этот. Чем богатый, как говорится. Чё? Отсюда сундук убрали. Тиран. Чё палишь, пидрила? На, вырубил камеру. Кто-то подсказывает мне, что он не коп. Кто-то тебе не должно подсказывать, то, что это, блядь... двухметровый дядька. Если я не ошибаюсь, рост тирана, по-моему, у нас что-то около 2 метров, что-то 30 сантиметров примерно так писали. А леди Димитреску у нас почти 3 метра. Короче, по росту получается, если мне память не изменяет, то что я читал, у нас идет сначала тиран, он типа шпендик, самый коротенький в семействе тиранов. Потом идет у нас Немезис, он, по-моему, что-то 2.50 или 2.60, что-то такое. А потом идет Димитреску. Она почти 3 метра. Блокнот с выровненной страницей. Его как-то можно? А, нет, смотри-ка. Клочок бумаги вот у меня есть. Их как-то можно объединить? Видимо, это не квестовый предмет. Поэтому их нельзя соединять. Ходов дохуя открыто, кстати. Чё ты орёшься? Оля, ты так быстро отстала, манда. Такая манда. Она только-только упала. Дай нож. Без кинжала жить сложно. Это, блядь, неубиваемая тёлка. Чё, пизданутая, что ли, блядь? Встаёт и сразу же бросается. Я уже ноги ей отрезал. Причём в двух местах. Сначала ей щиколотки отрезал. Как поросёнку, а потом и до колена ей отрубил. Всё равно встаёт. Охуеть вообще. Да чего женщины бешеные, а? Пошли. Так, там у нас вниз, короче говоря. Чё-то хер знает, а какой у нас по квесту-то будет? Куда идти-то, блядь? Давай вперёд слиняем, чё. Какого? А там ликер. Причём он, скорее всего, как раз тут и будет. Хуй знает, может, рано туда идти? Хотя, по идее, мне бы как раз, наверное, вооруженную. Ладно, пойдем рискнем напасть на ликера с пистолета. Там либо зомбарь, либо ликер. По звуку там кто-то точно есть. Вон тут пидор сидит там, блядь.
Все, пиздец, да? Он заметил. Пошел ты нахуй. На стенке не вышибает двери? Ну давай разберем. Ку-ку, мой мальчик. Ку-ку. Он до сих пор там. Суармб. Стремный тип по всех смыслах. Шустрые педики, и там очень много патронов на них уйдет. Даман 72. Салома, посмотрим. Здорово, Даман. Короче, я не пойду пока к ликеру. Ну его в жопу. Там патроны есть, кстати. Суармб. Привет, Рома. Почему они считаются квестовыми, если за них Клэр там открывала, запихивала эти медали? Их тоже надо было запихивать? Даман 72. А чего в 720? Качество 720? Странно. Даман 72. Салют, Пашок. А, возможно, качество, короче говоря, чтобы с наименьшей задержкой шла трансляция, качество стрима пока в 720. Когда проходит какое-то время, YouTube его обрабатывает до 2К. Но вообще в данный момент разрешение идет в 1440. У меня 1440. Возможно, у тебя автоматически, типа, по скорости интернета не выдает больше 720. Может такая тема быть. Так. Даман 72. Ок, понял. У меня есть волшебный блокнотик, где я записывал комбинации цифр. Full HD. Давай попробуем, вдруг прокатит старые комбинации на за ту же самую эту. Так, это у нас 6. 6. Потом 2. И 11. Та-дам! Даман 72. Комбинации старые. Первый раз такое, все другие видеофунки. Комбинации старых этих работают, короче говоря. Ага, это не отсюда пуколка. Серега З. У меня и 8К на 500 мегабит спокойно идет. Ну, нет, у меня видосы не 8К, только максимум 2К. YouTube все равно подрезает качество в любом случае, так что там ты можешь, конечно, себе качество ебаническое выкрутить трансляции, но просто ничего не изменится, тебя будут также смотреть в максимальном разрешении. Разницу между 8К и 2К ты не заметишь. Так что не про ту Люсю кино, короче говоря. Так, инвентарь почти забитый, поэтому давай-ка мы сгоняем, все выложим и пойдем, короче, в сторону ликера. На второй этаж вообще подниматься пока не буду. Сейчас надо все выложить лишнего. Кстати, дощечку давай-ка мы сюда припендорим. Сохранимся и пойдем ликера гасить с пистолетом. Безумие, конечно, полнейшее, но а что делать, если, блядь, ни дробаша, ничего не дают. Сейчас чувствую, он меня, конечно, опиздюлит по полной программе. Я хотя бы сохранить. Не знаю, может быть, на втором этаже тогда, как вариант, что-то поискать. Так, выкладываем. Вот это. Перезаряжаемся, сохраняемся и попиздили с этим мудаком воевать. Я не знаю, короче говоря, он, конечно, сука, бешеный, но по идее, если два выстрела с огнемета, возможно, наверное, 3-4 выстрела с дробаша на него надо,
А может быть тоже два. С пистолета явно больше выстрелов придется в него всандолить. Примерно я рассчитываю на 5-6 патронов, примерно так. Прицельных таких, чтобы прям в темечко, блять, чтобы запомнил. Но это не точно, пиздец. Кстати, статуйка. Нет. Давай, пидор. Нихуя, сразу же. Заебись так-то. Все здоровье нахуй снес мне с одной подачи. В яйца прям, блядь, стреляй ему нахуй. И все. I don't know. Давай еще раз. Либо на этого гондона спрей тратить. Либо просто мне сюда рано. Давай, наверное, одну спрейшку, да? Бахнет. Потому что, по идее, он меня тупо не пускает. Вниз никак. По второму этажу. Ну, есть резон, но я так больше себя, по идее, запутаю. Я имею в виду квестовые всякие ништяки. Я же начинал Клэр обходить по первому этажу сначала. Потом дальше поднимался постепенно на второй. У нас же получается все комнаты открытые и закрытые растут в геометрической прогрессии. Давай, гандон. Где ты там? Вот он, пидрера, блядь. И съебался. Ля ты крыса вообще, а? Блять, может потопать что ли? Иди сюда. Сука, он прям за углом. Я только сейчас завернул, он сразу же сиганет на меня. Печалька. Ну, он явно на потолке же. Он прям в лопу ему. Хитро же ты. Нахуевши. Давай, давай, давай сюда. Да и бись ты. Сука, шустрый как понос. Ну, допустим. Пользуем. Ой, так не зарядится. Твою же мать. Давай быстрее заряжайся. Блять, мне не из-за двери не выйти. Пиздок. Нет, что-то какие-то так мне такие расклады не нравятся вообще. Погнали по второму этажу. Он что-то ёбнутый какой-то. Я на него спрей въебал и все патроны почти извел. Сколько у меня штук? 30 был. Ты попал 11 раз. Ну, по-моему, я еще много попал по стенкам там. Потому что этот гондон уже бежит, короче говоря, не по прямой, вот как зомби у тебя идет по земле. Он же еще хуярит по стенкам, по потолку, блядь, по всем этим плоскостям. Не, его надо что-то распылителем каким-то мочить. Так дело не пойдет. Пошел нахер. Пошли тогда на второй этаж. Второй этаж. Вот так можно выйти. Давай так пойдем. Суармб. Ну все, пули точно куда-то попали. Ну какие-то попали. Воу-воу-воу-воу-воу. А ты откуда тут? Блять, откуда вы тут беретесь-то? О,
только что, чтобы не было никого. Дерьмо. Серега Зе, дробовиком надо. Так вот. Понятно. Че нахуй это? Куда, блядь, не идешь, вечно пизды получаешь. Ай, блядь, ребята. Надо, короче, найти ладейку, куда мне, по идее, надо по этому. Серега Зе, ты либо с джойстика целишься. Не, я не с геймпада. Я так хуёво с мышки стреляю. Привет прямым рукам. Да хули он на тебя прёт, начинает, блядь, нервничать и палить во все стороны. Давай тогда зайдем вот с этой стороны. Я вот что-то забыл, куда нам вентиль можно пришпандорить. В смысле? Заебумба. А где ключик? На третьем этаже? Я думал, все комнаты открыты. Ну, типа, Клэр пробежалась. И все ходы мне пооткрывала. Но, походу, нет. Скорее всего, идти только через ликера. Да. И там внизу то же самое. Короче, я думал, что во все двери можно попасть сейчас уже, в данный момент времени. Игорян онлайн. Спасибо за донейшн. Скр-скр-скр. Thank you for donation. Серега Зе поддержал нас, старуп, и сказал «Узбогойся». Ну, успокоительное. Здорово, Игорян. Спасибо за лайкос. Успокоительное, я думаю, мне пригодится. Прям уже... Он уже здесь сидит. Сука, он уже язык свой достал. Ля ты, крыса. Валим, 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 валим. Быстрее. Через двери, по идее, этот гондон пробирается. Он тусит чисто вот в этом коридоре. Буквой Г, который. Поэтому... Если тут такая тема катит, типа выстрелил, съебался, выстрелил, съебался, то возможно по чуть-чуть его покоцать получится с минимальными затратами. Но это, блядь, не точно. А, либо в тупую его пробегать. Что тоже не вариант, по-моему. Он прям в жопу опять свою выставил. Валим. Нахуй валим. И заряжаемся по дороге. Ёпта, он прям не достал. Пидорас. Пидорас. Пидорасита. А он прям ко мне, короче, прыгнул. Прям за жопу хотел взять меня. Такой, сука, напряженный момент. Так. Рангутан, кибучий. Валим. Валим, валим, валим. Хуй. Догнал чуть-чуть. Давай, пока он назад бежит. Он, короче, по скрипту-то вроде меня... Он меня видит. Но поймать не может. Тихо. Я пока не встал, нужно его резать. Давай, 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 решим. Ну все, вроде расчлененка, заебись.
Ну вот, уже лучше. Да, правда, патронов, блядь, 15 штук. Нихуя они просто задачку, да, сделали, блядь. Знаете, я в самом начале ликера, ебись как хочешь. На Клэр он нападал чуть ли не в середине игры первый раз. Печалька. Если еще какая-нибудь курва бессмертная с окошка выпадет, будет вот типа того. Иди сюда. Отведай моего ножа. Один раз он его задел, кстати сказать. А что, больше не хочешь? Ну и пошли в очко. Есть кто? Эй! Есть тут кто-нибудь? Окей. Тут у нас, по-моему, сундук, да? Патроны точно, я вспомнил, где лежат. А чё тут события? Переоборудуем участок во временное убежище ввиду неожиданной крупной эпидемии. Читал я это уже. Спасибо. Карта. Карта первого этажа. Окей. Я, в принципе, этот этаж уже и так хорошо помню. Используем. По-моему, кусачки нам еще разок. Один или два раза больше не пригодятся. А нет, уже все. А что же мне припоминалось то, что там было несколько этих дверей. Ну ладно, вот эти коды тут все это я уже записал. Дощечку можно поставить сейчас уже куда-нибудь в этот коридор большой. Давай назад чуть-чуть вернемся. Ебану их нахуй. Вот здесь они выпадают. Блин, либо заколачивать по этому, по ходу. Давай, короче, по ходу действия. Так, ты заходишь. У нас получается первое окошко, это где-то тут. Мужиком никак, да, нельзя взаимодействовать. Нахуй порежем его немножко. Давай. Первое окно. Заколотил. Кстати, вот трефы. Ключ с трефами я за Клэр не находил. Значит, его найдет ли он? По-любому. По идее, нам надо сейчас херачить в оружейку, и там, наверное, дробаш должен быть. Угу. Значит, получается, тоже медальоны из Алена надо будет вставлять. Только, скорее всего, последовательность действий изменится. Так, это я где? Угу, я понял. Ну давай, наверное, более безопасным путем пойдем через верх. Вот так. Там хотя бы подлиннее коридор. И патроны, кстати, тут еще есть. Вот тут они. 15 патронов. Припанем чуть-чуть чувака. Ну его нахер. Когда они лежат, мне не нравится больше. Эх, блядь. Оп. Все, бегом добивать. Там что-то хрустит. Это чувак хрустит.
такое подлое коварство полуживого забавлять? Ну все, он точно не должен стать больше. Так, это вот я, получается, сквозной путь открыл. Здесь у нас ямба. Вот этот молодой человек встает. Они, блядь, как дельфины прыгают на тебя теперь. Ну, короче, это заебатая тема. С ним очень много можно патронов сэкономить. Он развернется. Я ему для 508 урона нанесу. И останется пару выстрелов в голову. Вот так вот. И он сам себя уже расхерачил. Но, добьем. Ой, о-о-о-о-о. Блять. Вот мудак вообще. Взял световуху, ему долбанул. На всякий. Думал, он больше не станет. Подождем его, короче, вот тут напрямую. God damn it. God damn it. Он падает, ёпт. Надо чуть-чуть от него подальше. Приемлемо. Забирай. По здоровью, чего? Как раз вот внимание мы сейчас тут и используем. То самое внимание. Порох. Патроны для пистолета. Два пороха надо, но мне давали только желтый два раза и все. Точнее, уже один порох и высококачественный порох желтый. Патроны для дробовика. Для револьвера высококачественный желтого два штуки. Понял. А уклад, между прочим, на тот момент уже заряды во все появлялись. Ну, в смысле, для огнемета. Первое задание для новичка, бла-бла-бла. Тут у нас получается, что нед, по-моему, да, слово. Да, тут нед. Да, ёп. Вот, нед. А тут М, Р и какая-то там рандомная буква, по-моему. МРГ. М, Р и G. Та-дам! Открыли. Большой магазин для Матильды. Матильдушка! Сейчас мы ее качнем. А, это не та Матильда? Какие, блядь, чё у меня за пистолет-то в самом начале, я не понимаю. Прям вообще его ни туда, ни сюда, вообще ни с чем не соединить. Я понял. Ну, ключ у нас от этих всех комнат только на третьем этаже. Бла-бла-бла, это все прочитано. Вот еще один аспект, почему ты побыстрее проходишь эти все локации, потому что у тебя пароли известные, все прочитано. Так, тут что? 9, 15 и 7. Ну, давай 9. Потом 15. И 7. Та-дам! Блокнотик под рукой в таких играх самая тема иметь. Ну окей, окей. Тут все, короче. Тут дверь закрыта. Стой, тут патроны.
14 штук. Блять, ну не густо вообще. Далеко не густо с патронами. Посмотрим, что сейчас тут у нас. Еще порох. 102. КР у нас можно открыть только 106-ю. 109-ю. Вот он наш заветный дробаш. Ну, что еще? Ну, а тут 200, тут уже все. Тут наши полномочия, вот это вот уже тут все. Давай. 106-я. Та-дам. 109-я. Ну, еще побольше выстрелов будет. Я же не против. Так, 102-103. Ну, хорошо. Пленку это мы сейчас проявим. Почистим инвентарь. Можно, по-моему, сложить порох. Либо переходить на дробаш уже. Потихонечку. По крайней мере, к этому готовиться. А у меня дощечки нету, да? Нету. Дощечка ближайшая там, вот, за углом. Падай. О, блядь. Лишний патрон наебал. И еще один лишний получается патрон. Отдай мне. Как следует, порежем его на шашлык. Кто орёт-то? Кто орёт? Ну где? Семён Семёныч. А там второй, что ли, упал? Откуда-то стук был. О, блюдак, мать твою, вот второй ползёт. Бля, вот и не критует, сучка, а? 5 патронов. Давай, бегом, режем. Три патрона. Сука, едут сам. У вас там мамашу, блядь, вы что, издеваетесь? Вот педики, а. Ну хуй знает. Давай патроны искать. Надеюсь, бесконечно этот нож у меня не заберут. Пока я тут прихорашиваюсь в комнате. Вот здесь патроны. Чего? 2 патрона? Вы, блядь, прикалываетесь, что ли? Нахер мне эти 2 патрона вообще? Что мне с ними сделать? Вот здесь и тот, и вот можно объединить. Спасибо, блядь. 14 штук. 2 патрона, охуеть. Понятно. Но они в комнату сохранения зайти не смогут. Да чё я за патроны сделал, если они к этой херне не подходят?
Может быть, к тому маленькому пистолету, ну, пукалке вот этой вот, которая была в самом начале. Матильда. Слушай, так и для Матильды, наверное, и это говно тоже подойдет. Ну, точно. Сейчас мы как соберем тут эту мега-Матильду. Так, объединяем. Матильда пошустрее станет, наверное, да? Вот, уже лучше. И патронов 16 штук. Сейчас мы как этим с Матильдой им пропишем в зубы. Иди сюда. Погоди. Хреново, да что этот сейчас станет? Вот так. Бля. Погоди, погоди. У меня нож есть? Нету. Нож еще торчит у нас. Вот в этом. Подожди. А где мой нож? Его что, забрали? А, нет. Все нормально. Нож есть. Он просто чуть-чуть переместился. Вот здесь он больше не стоит. Теперь это. Заставляет маньячить, суки, да? Стоишь и рубишь одного чувака по 20 минут. Давай сразу эту щелку заколоть, чтобы не повадно было ребяткам тут скакать туда-сюда. Ну и все, в принципе, можно сохраниться. Записульки волшебные почитаем, лекарственные, да-да-да. Я понял. Проявляем пленку. Военная фотография. Отлично. Так, сливаем вот это дело. Вот это. И вот это. Сохраняемся. Погнали дальше. Кстати, можно... Можно красный вентиль включить. Ой, взять с собой. Круглая ручка, хуючка. Где-то у нас, по-моему, здесь как раз и есть вот эта кнопка. Нужная для дробовика. А тут, кстати, баба лежала. А она, короче говоря, переползла, да? Я понял. Это за Клэр бежишь, она тут сидит. Вот в этом уголке. Ты у нее подбираешь патроны. Сколько раз я мимо нее бегал, она не вставала. Тут решила, короче. Тогда и здесь зомбарь может тоже напасть. Может? Или не может? Ты как, малыш? Готов? Ну и хер бы с ним. Так, тут у нас либо кэп. Так, тут кэп. Для того, чтобы патрон, ну, молодцы, че. Приемлемо. Короче, то, что у Кларк гранатомет, то у этого, то у Леона дробовик. Они равнозначны примерно. Так, стоим мы. Это мы тоже квестовый сейчас выкладываем. И идем дальше по коридору. Хотя, блин. Как бы знаю, какой предмет куда. Куда его приладить и так далее. Для, ну, в каком месте он пригодится и для чего нужен. Так как их дохуя, короче, утеряешься конкретно, что ты бы хотел в данный момент, куда пришпандорить, чтобы было ништяк. Так, и вот эти патроны.
крупнокалиберные. Их 3 штуки, больше не давали бы, да. Это, скорее всего, типа как почти как от Магнума патроны. Ладно, пойдем дальше тупо. Просто по прямой. По идее, так или иначе, ты все равно как бы окажешься в тех же самых локациях. Будешь делать одни и те же самые вещи. С небольшими отличиями. Вот этот мужик, я не помню, он, по-моему, он не нападал. Да, он просто спал. Но мы его порепаем. Тут придется много бегать от тирана. Так что мне такие пассажиры в коридорах не нужны. Пусть он будет расчленен. Порох. Порошечно. Тут пуешки. По идее, вот здесь ликер был. Ладно, начнем резать. Вот этих вот всех малышей придется похерачить. Потому что эти бляди могут встать. Ну все, вроде, думаю, хватит. Пока хватит. Первый раз Клэр вот здесь встретилась. С тем самым волшебным ликером. Это такая батареечка. Так, тут у нас батарейка получается, мы подбираем. Да, спасибо, я уже знаю такую. Мы тут подбираем батарейку, аптечку. И, по-моему, все. Но. А нет, еще порох. Здесь спрей. Возможно, ящики другие будут открыты. Вот буквально в одну комнату зашел, херак-херак, у тебя все, инвентарь полный. Да. Нужна флешка. Флешка, чтобы достать визи. Подожди, Леон, надеюсь, ты прочтешь это. Участку конец. Уходи отсюда как можно скорее. Обо мне не беспокойся, я справлюсь. И о моем брате тоже не переживай. Думай только о том, как самому спастись. Молодец. Я, говорит, съебалась, и ты туда тоже как бы не лезь. Не лезь, дебил ебаный. Спечтер. Здарова, друг. Ёпта. Очередной лайкос у тебя. Интересного стрима тебе желаю. Супер. Здорово, Спектр, спасибо. Спасибо за лайкос. А вот тут тиран гораздо раньше появляется. Сейчас, блядь, начнется беготня это. Чалька. Будем что, будем обманывать его. Давай выкладываем тут все тут тихомудрие. А там, а там. Да, вот так. Вот это дело. Так, можно, в принципе, объединить. Где там у нас? Где детонатор? Пойти надо на 3-й этаж. Пошел ты нахер, козел. Че, голова не пролазит? Винни-Пух ебучий.
Ну, кстати, может рядом с дверью долбануть тебе. За урон зачитаю. Пошел нахуй. Ясно, надо чуть-чуть дать ему подольше, подальше уйти. Так-ка, наверное, мы сохранимся, пока он тут бегает. Все равно сохранение не бей там не ограничено, так что. Так, где он? Ували ты уже. Все, вроде упиздят. Сейчас надо, короче, ключ взять вот здесь ключ и побыстренькому съебаться, роняя кал. Бля, вот засада. И это да тут. И ебучий, скрипучий. Плохо дело. Надо ножик возвращать. Здесь мы его только наебем через библиотеку. Бля, так и тут, по-моему, гавриков-то хватает. Не, так дело не пойдет. Да-да-да, я понял. Очень не вовремя это чему тут нарисовалось. Я думал, у меня немножко побольше времени до появления этого гондона. Но увы. Либо как варианты по-читерски его долбануть с гранатометом. И все спокойно обшарить. Либо тупо постоять, подождать. Оль съебал. Тогда по чуть-чуть, короче говоря. Поднимаемся на этаж, валим зомбаря. Возвращаемся назад. Ебучая идея, да? Блять, там этот догоняет. Не, пизда мне. Загрызли. Какая досада, мне закрыто, закрыться нельзя. Стрелять начинаешь, тут же, короче говоря, на тебя, ну, на... Тиран слышит выстрел и тут же ёбает на тебя. В этом уже как бы сложность заключается. Потому что этот гондон не дает тебе с самого начала проходу. Если дать ему подальше уйти, то побольше времени, чтобы захерачить от этого азиата, который у нас ключик охраняет. Либо рассчитывать то, что он кританет. Если он кританет, то будет, конечно, заебись. А где бабуля?
Он, блядь. Он просто что-то задумался. Давай, иди сюда. Да и тёп, твою мать. Он наверх поднимается. Ладно, топим. Сейчас мы его в библиотеке наймем. Так. У меня, по-моему, здесь что-то валялось. Всем выжившим. Да идите вы нахуй своими записками. Гораздо важнее вещи. Так, у нас вот здесь патронов нет. Порох. Патроны вот тут валяются. Кстати, да. Сейчас мы этого гаврика вот тут наебем. Странно, но он ушел. Сталкера. Нет, он тут. И он тут. Падаем скоростным спуском и пробегаем вот сюда. А, ну коли так вот, давай. Раз мы тут рядом. Где у нас пользование пороха? Разное, может быть. Нет, не то. Полицейский участок. Лекарственная памятная фотография. Всем выжившим. О, это у нас, по-моему, единорог, да? Да, это единорог. Единорог. Близнецы, по-моему. Ну, там, не знаю, мужик-баба стоит. И весы. И змея, кажется. Я посмотрю. Так, мужик с бабой. Весы. И тут у нас... Ну да, скорее всего, змея. Нет? Не змея. Это тоже нет. Значит, вот это. В режиме экшена, блядь, все квестовые предметы собираешь. А, я не знаю, с какой он стороны. Пиздос. Я ему что, по яйцам дал? Давай, сокращи. А где ключ? Вы серьезно, я его что, не взял? Как так-то? Ну, допустим. Давай назад. Вроде бы брал ключ. Что за херня? Нет, вот он. Ну и хер с ним. Так. ДЦМ, по идее. ДМ. С и М. Да. Постоянно какие-то разные патроны дают, и что-то я не могу сообразить, какой конкретно нужен
Какими я пользуюсь? Ну, в принципе, чё, я от этого мудака свалил и всякой херни понабрал. Так что, тема-тема. Надо потихоньку дверки сходить, пооткрывать. Так, лишние. Медаль. Вот эти патроны. Вот эта херня. Стой, это я штуку мы изучим. Ну, скорее всего, лекарств. Кто бы сомневался, да? Пленка какая-то. Интересно. Статуя льва. Давай-ка запишем. Скорее всего, этого не будет. Корона. Потом... Огонь. Сварм. Хорошего стрима. Птица. Пока. Счастливо, Сварм. Так. Это у нас льва. Окей. Все, по идее, лишних предметов нету. Пишем сейчас. А льва у нас статуя в центральном холле. Блять, он где-то тут. Ты где, еблан? Вот он. Чучело сраное. Получается, назад надо. Назад. Хотя можно и через библиотеку сигануть попробовать, но... А много народу, они не дадут себя пострелять как следует. Вроде съебал. Да ёб твою мать. Ждем, чё? Вроде не дает. Попиздили, короче, через библиотеку. А можно и так, по идее, да, пройти? Посмотрим, что тут валяется у нас. Так, ну сюда явно пока не надо. Тут буби. Это у нас получается вход к коню. А тут библиотека как раз. Короткий путь. Здрасте. Не, у меня на этих ребят столько патронов нет. Надо дробаш. Надо дробаш как минимум, чтобы поточнее мочить их. Так, получается, мы топаем. Да, вот здесь можно тоже дверку открыть на всякий случай, чтобы пути отхода были, так сказать. Чик. Использовать. Это у нас. Угу. Ёлка. А, ну тут как раз у нас лев.
Сейчас мы здесь еще эту штучку возьмем. Статуя льва. Так, у нас получается корона. Корона. Потом огонь. Огонь. И что еще? Птица. Барсик. Льва взяли. Ну, мы сразу ее применим, короче говоря. Че инвентарь добивать? Нам и нахуй не нужен интернет ваш. Я ее не взял. Так, блядь. Так, короче, к мужику. Он нам скипетр даст. Этот скипетр, у нас есть коробка. Коробка, скипетр разбираем. Красный рубин или что это, не знаю. Что там, агат, рубин, да, неважно. Короче, красный камень запихиваем в эту коробку. По идее, это последняя комната. Да. Отлично. Кто? А, это тот самый жулик. Иди-ка сюда. Да, бля. Заебал трястись, нахуй. Чё за херь? Да, столько патронов. Я на этот момент, да, момент, на этот момент уже я взял ключ. Бля, да ты заебал, ну дай пройти-то, а? Сколько можем? Бесит это сталкер уже. Просто потому что он бесит, потому что от него приходится, бля, гаситься. Тупую стоять и ждать, пока он не съебет. Так, давай по второму этажу, короче, топим. Здесь у нас, угу, я понял, там потом комната с Буби, это прачечная, там тоже какие-то ништяки. Здесь у нас открывается с единорогом. Тут я уже все взял, херачим через библиотеку, книгу, ключ. Выбегаем. Потом ебашим по второму этажу. Точнее, вот здесь вниз я спускался. Откроем дверку. Жалко, что тут, блин, печатной машинки нет. Вот так, в принципе, можно в обход пойти. Так или иначе, я все равно к этому азиату попадаю. Пр-
просто тупо через вертолет. Короче, я сейчас тут сохранюсь. А, прям тут я перезапишу сразу же. Короче, здесь я сохраняюсь. Потом валю через вертик. Пиваю взятом. Иду к мужику. Вставляю книгу. И там уже дальше смотрю. Не говорите, блядь, то, что этот еще мудила тут рядом. Он где-то рядом, прям. Он зашел, короче, вот эту дверь дернул и пиздил куда-то в неизвестном направлении. Ничего сделать не дает. Короче, геймплей просто с появлением этого мудака чуть-чуть пораньше. Геймплей, ебать, в разы меняется. Тут тебе уже сразу за жопу хватает. Держит, сука. В напряжении. Так, его, в принципе, вот здесь можно наебать. Так он что-то не идет. Сколько патронов? 9 штук всего. Да ёб твою мать. Отправись. Ну куда-то упиздить. Сейчас если 9 патронов израсходую... Блять. Такой притихарился, типа, короче, блять. Типа он за мной не гонится. Удот. Стоял, ждал там. О, вот это плохо. У меня война. Главное маневры. Ну, сейчас тут кодик пока заебеним. Так, что там у нас? Корона была. Корона. Корона, огонь. И птица. Надеюсь, мне второй раз даст этот зомби пробежать. Сейчас мы его тут поднаебнем чуть-чуть. Ну, сука. Я туда, он сюда, блин. Понятно. Топим тогда по другому пути. Короче, беготни добавили прилично. Ну и ладно. Серьезно, а ты откуда тут? Вот именно, какого хера, блядь? Какого хера он тут забыл?
Все, валим. Он опять догоняет. Ой, блядь. Пусть знает, может быть он в Сибир, в другую сторону. Да, он в Сибир. Что там у меня? Два патрона. Замечательно вообще. Просто охуенно. Это говорит о том, что придется, скорее всего, читерским оружием воспользоваться. Хотя бы до того момента, пока я патронами не разживусь. Потому что мне тут с двумя патронами пока ничего не сделать. Бин Скотт. Хай, бро, как делишки? Здорово, здорово. Как делишки? Так нормально. Нет, так-то вся ништяк. Бегаем от этого мудацкого тирана. Бин Скотт. Без патронов. Чат, привет. Вот он, наконец. Наконец-то долгожданный дробаш можно забрать. Так, руку, да. Одно с другим объединяем. Надеюсь, у меня получится от этого пидика съебать. Сейчас надо все равно через сундук бежать. Раскрылась такая чика, и потом... Серьезно, блядь? Вы что, прикалываетесь? Не, сиди-ка ты там, нахуй. Вы что делаете-то, а? Пиздец, с одной ликеры сыпятся, с другой этот мудила на тебя бежит. А, у меня два патрона. Банк, нахуй. Еще и тут, блядь, народ. Охуеть. Либо я что-то неправильное, ну, не в той последовательности делал, что не исключено. Вот тут, по-моему, да, покороче путь будет. Сейчас мы хотя бы дробаш возьмем. И втопим по этому, по бездорожью. А, да, да. И потом надо будет к сундуку пердолить. Коробочку там изучить, что-то в коробочке еще должно быть. Так. Давай, куколку доставайся. Придется ждать его тут. Сейчас он сюда зайдет, и мы по кругу оббегаем и топим до сохранения. Бин Скотт. И Т.Д. Да, и Т, мать его, точка Д. Он с правой стороны где-то ходит. Хорошо, что эта гнида бегать не умеет. Как ликер тот же самый, было бы тяжелее. Походу двери шмонает. Слышно, как они открываются. Ну давай, заходи ты сюда. В пизду, короче, пошел. Пока дождешься, блять, его. Бин Скотт. Ладно, пойду я дальше делами заниматься, если что, загляну еще попозже. Как угодно. Ту-ру-ру-ру. Давай, короче говоря, так, у нас два медальона. Ну, тут третий только детонатором надо брать. Детонатор и третий этаж. Так, окей, давай тогда. Порох.
Опять же, соединяем коробочку эту вонючую, берем. Ну, в принципе, и все. Так, давай по факту объединяем. Точно это для того же патрона, правильно? Ну вот. Уже лучше. Жизнь-то налаживается. Коробочку. Так, сначала надо скипетр изучить. Чик. Объединяем бобика со свиньей. Угу. Ну, тоской жетончик. В принципе, есть, конечно, резон и туда сбегать. Но сначала давай-ка мы возьмем патроны для дробаша. Сколько вмещается? 4. Ну окей. Ладно, поебали, короче говоря. Сначала в используем USB вот эту шнягу. USB жетон. USB. Изучаем. Пейс. Применить. По идее, тут тоже, как и у Клэр, должна висеть УЗИха. УЗИ немного патронов. Нет, слушай. Громовой ястреб. А какие патроны нужны для этого малыша? Письмо членам Старс. Классным ребятам из Старс. Ну как вот там на старом сыром участке? Ну понятно, это Криса Редфилда, поддельное письмо. Типа у меня, говорит, все заебись. Жопками плоту гоняя. Не знаю, какие патроны для этого ястреба нужны. У меня их 3 штуки с собой. Значит, те, которые я делаю из пороха, они уже точно не покатят. Это какие-то особенные патроны. Возможно. Крупнокалиберные. Так, ястреб. Нет, это не крупнокалиберные. Для револьвера, но точно нет. Какие тогда ему патроны-то нужны, я не понимаю. Вот, 8 штук. 8 штук у нас для револьвера, короче. Я понял. Все, ястреб — это у нас револьвер, короче говоря, считается. Хотя у бабы был он 6-зарядный вообще. И патроны давали только для него в канализации. Ладно, я понял. Топим наверх за 3 медали. Пидорок где-то слева ходит. Притих, сучара. Ну ладно, хуй. Сейчас взрыва у нас, по идее, ликер должен, да, упасть сверху.
вроде бы как. У тиран тут стопудово на шум придет. Как же без него-то? MR.тостер. Ща сидел, никого не трогал, и бац, башка у кулера упала с проца. Я в шоке, как так крепление оторвало. Жуть, благо стаковый кулер был в запасе. Доброджек. Лукас. Здорово, здорово, Доброджек. Хуя у тебя тостеры приключения. А как он у тебя так просто отвалился там? Он что, у тебя был не закреплен или что? Все, топим. Сейчас долбанет. Только не говори, что ты урона тоже получил. Да нет, вроде. Так, трону было кнут. Ёлка. MR.тостер. Крепление вырвало. Так, а как его вырвало? Температуру или что? По идее, не должно же быть так. Так, овен, потом арфа и какой-то нож или что-то такое. Так, овен. Где у нас вот овен? Арфа. Какая-то пижня, типа того. Нет. А, да, смотри-ка. Птица. Сразу ликер тут появился. А, ты же тут? Нет, тут просто зомбарь. А давай мы так вот сделаем. Че нам на него патроны-то тратить? Серега Б поддержал нас на руку и сказал, давно тетёх не был. Да, давненько. У меня этот пидорок, я его не услышал, он меня долбанул. Сейчас тетёхи пригодятся. Такие напряженные моменты я бы сиську бы хотел сжимать в руке, чтобы это, знаешь, расслабляющий эффект приносило. Так, вот давай-ка мы травку-то сожрем, да? Я на патронах хорошо сэкономил, в принципе, я никого не завалил в библиотеке. Но это, в принципе, пока еще не принципиально важно. Там тоже сэкономил, так что good. Ой. Собираем 3. MR.тост. Медальон. Дипку мать. Пластиковую планку разломалась на 2 части. Короче, видимо, она свое отработала. Может, и шлюшка свое отработала. Вот его, блядь, и распидорасил у тебя. Жесть. Сейчас с нашими ценами просто все, что касается компов, там, не знаю, любых материнок, там, я не знаю, все какие-то фигни, компьютерные. Сейчас все подорожало, блядь, в разы. Так что сейчас вообще не рекомендуется что-то, блин, ремонтировать, чинить и так далее. Это очень дорого все стоит. Так что я охуительно вовремя еще, так сказать, комп собрал. Как раз до подорожания. Сейчас то, что я собрал, сейчас получается, мне бы обошлось уже за 100 и выше на, по деньгам. Так, нужно что? Нужно в основной холл. И мы туда доберемся через библиотеку. Либо вот так еще можно даже сокращенно пройти. Короче, чуть ли не по спидрану сейчас несемся. А тут что у нас? Ага, я понял.
сюда не скоро. Да, 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 до свидания. Ну ёптись, как у тебя еще тут не хватало. Придется эту обезьяну захуярить. Давай, и ножичком. MR.тостер. Кто помнит, напишите прогу, где температуру процесс смотреть забыл. Питфан. Там прога тоже, там тоже написано. Температура. MR.тостер. Название. Мос Питфан. Все, по идее. Сейчас мы тирана наебываем и валим. Серега З. Аида 64. Ах ты, сука, рваная. Че, не пройди? Уебок вонючий. Блять, все-таки успел ебнуть меня. Гандон, а. Так, сверху. Надо вспомнить, короче говоря, что там по комнатам. Вроде, по идее, все. Квестовых предметов нету. Максимум я что, две дощечки могу в коридор там, в коридоре воткнуть. Ну это ладно. Это потом, нам все равно потом сюда придется ключи треф. MR.тостер. Да точно, она СПС, Серег. Ты что здесь валялось? Порох, по-моему. Да, вот порох. Порох. А давай, наверное, вот так вот, да, мы сделаем. Для дробаша патроны, что ли, лишние. И вот так. Полечимся всех дел. Вот это можно выложить. Сейчас в канализации это не пригодится. Возможно, сейчас с Жиркиным придется биться. А патронов-то тю-тю. Зайчик унес. Давай объединяем. Серьезно, один патрон не уместился. Ой, сохраняемся. По идее, сейчас все-таки да. Сейчас придется с Жиркиным хуяриться. Я моего мамину маму. Здесь по выходу у нас внизу граната должна быть. С другой стороны канализация открывается чуть позже. Вот это что за ящик? Как его открыть-то, блядь? Там какие-то вкусняшки для пистолета лежат. Я что-то не могу въебать, как их забрать оттуда. Ну ладно. Так, мистер Жиркин. Что это? Это Жиркин. Интересно, он также девочку маленькую встретит, как ее Шерри? По логике вещей, эта Шерри, по идее, уже здесь быть не должна. Потому что Клэр идет впереди Леона. Жиркин, ты ли это, старый проходимец?
О боже! Господи! Господи Иисусе! Боюсь, слова тут не помогут. Да, тут слова не помогут, тут поможет пистолет. Дробаш, причем тут такое себе удовольствие. Вот они, потрошки. Ах ты, сука, догнал таки. Задолбали все куцать, а? Я туда, а не туда. Давай. Биркин, ну смелее, ну что ты? Вот. Один из патронов. Я для чего-то другого там патроны, кстати, собрал, получается. Игра, я глаза не вижу. Тут очень прицельно придется стрелять. Ну, когда он так колбатится, шансы уменьшаются просто в разы. Упал. Блять, и он по мне тоже. У меня сейчас, походу, будет не свалить от него. Надо чем-то хиляться. Дайте какой-нибудь спрей. Вот, суки, а. А там только красная, да, у нас трава. Беда. Да, тут красная трава и патроны. Какие-то красные, я не знаю, это для беспонтового, походу, пистолета. Жирыч, ты где? Ага, я понял. Тихо, тихо, тихо. Сейчас будет не очень тема, конечно, в какую-нибудь лестницу застрять. Ничего не вижу. Таких два хромоногих мудака друг за другом бегают в тумане. Ёжик! Лошадка! Хуй, не попал. Я не попал ему в глаз. Ну, два попало, третий нет. Акварик его, конечно, с дробаша долбануть. Тихо, 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 догоняешь же. Сколько у меня? 4 выстрела. Ну, пес его знает. Нет. Но ушел прикольно, кстати сказать. Чудом. Жиркин. Кис-кис, блять. Ну, с другой стороны. Ты чё такой? Шустрый как по нас. Давай, 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 давай. Пока его прет. Твою же мать. Жиркин, ты заебал. Где он? В обход пошел. Что-то походу. Ай-яй-яй.
Да. Пусть лучше добьет. Что-то не очень. Много лишних выстрелов. Да и пожалуй. Не, я с собой ничего не буду брать хилиться. Там достаточно. Там одна трава. Красная, одна зеленая. Этого должно вполне хватить. Тут у нас граната, все равно я не пользуюсь особо. Главное, чтобы он не косил. Как только он тебя въебывает, у тебя меньше шансов от него съебать. Он начинает медленнее передвигаться, получает урон. Соответственно, ну и плюс еще у тебя, соответственно, меньше сокращается время на этот, как его, сокращается время на прицел. Пока у нас Леон свеженький, он и бегает хорошо. Так, лаза я не вижу. В целях экономии лучше стрелять по открытому. Вот тут у нас более-менее ровное. Понятно. А чё ты глаз-то не открываешь, сучара? Не хочешь, смотри, а? Может, какое-то время надо побегать от него, чтобы он открыл глаз? Потому что просто так плохо, по-моему. Да, его кодявит, короче, потом он только шары свои открывает. Пока глаз закрыт, нет смысла. Блять, еще не попал. Минус патрон. Я чисто сейчас по звуку ориентируюсь. Потому что он то тут, то там, блядь. Ну-ка давай, глаз ему нашмаляем. Ай-яй-яй-яй, он прям в углу, блядь, зажал меня. Твою же мать. Погнали за травой, что делать. Какие-то паленые патроны дают. Нахер они мне сейчас всрались, если у меня этого оружия нету. Причем уже вроде давненько. Ждем, пока глаз открыт, пока можно хилануться. Объединение предметов. Ну да, спасибо, я не знаю. И использовать. Нет, говорит, выбора, придется драться. Ну да, патронов тоже нет. Надеюсь, сейчас у него должна чакра открыться. Нет? Ладно. Я вас понял. 15 патронов. 15 патронов для какого-то там этого. Для какого-то пистолета дается. Ну, Биркин, ну куда ты, ёп? Ничего, тебе еще догонять надо? Вот. Бля.
Догнал. Неплохо. Отомстил он, типа. Быстрее заряжается. Нет, пускай добивает. Надо с собой, короче говоря, из загашника взять другой пистолет. Пробовать его со ствола стрелять. Жалко мне что-то дробаш. Ну, дробовик МР. Тоже Тостер. 10 минут полет, нормальная максимальная температура 64 градуса, живем короче. Ну да, 64 это как бы норм. Да даже, в принципе, чуть-чуть, даже если 70, это тоже норм. По-моему, когда уже ближе к 80, да, если я не ошибаюсь, к 80 ближе температура поднимается, тогда уже стоит напрягать банан по этому поводу. Так, какая пушка-то из этих? То ли к М19 мне патроны дают, то ли, нет, не громовому ястребу. Крупнокалиберные. Короче, дело к ночи. Вот, громовой ястреб АЕ-50. Это для него. А нам дают вот на М19, скорее всего. Больше пистолетов тут никаких нет. Поэтому на 17 патронах можно хорошенько этого жиркина размотать. Правильно? Главное стрелять поточнее. Как всегда. Главное, блядь, не палить, куда попало. 17 патронов, там еще 15 дают. МР. Тридцатник, короче, в итоге. Ну, 80 тоже норм, только для сильных прыцов. Например, для какого поколения, скажем так, 80-ка это норм. Для 7-й Рязани, к примеру, 80 градусов это нормальная температура? Макс Лонг. Intel и вставить может у Ryzen 90 лимит. Угу. Я смотрел, у меня, по-моему, вот, у меня Ryzen 7. У меня чаще всего не выше 56, по-моему, поднимается. По праздникам, блядь, где-то 76 доходит. Так, у нас тут Биркина попёрла. Оп, оп, блядь, ну давай быстрее. Ну, блядь, и побежал на него. Ну, твой, блядь, дурак. Твой дурак. И урон получил. Патроны просто хатил. Все причём. Ёбнутый этот Биркин. Короче, топим за хилами.
MR.toaster. Это еще от кулера зависит. Я понял. Макс Лонг. Дыркин. Да. Дыркин, Биркин, там про Биркин. Короче, это мутило хуир, мутированное хуило, блин. Напрягает реально. Давай вот так вот. А, нет, там опасность. А, ебучий, трепучий. Как бы его так долбануть-то с тобой по фэншую? Давай заберем отсюда красную. И вот так вот делаем. Да я понял, ну. Нашла, когда игра меня учить, как предметы, блядь, делать. MR.toaster. Если у тебя Big White Dark Pro, то проц вообще не нагрешь. Нет, я не думаю, что у меня Big Wear Dark Pro. Я вообще в душе не ебу, что у меня за охлаждение. Какие-то кулера стоят, я не знаю. Вентиляторы крутятся и норм. Классно, все работало. Так, вот Биркина тут попёрла, да, вот. Тихо, тихо, тихо. Попал. Ебазната. Ты его в него стреляешь, а он вымахивается как раз. Дарк про не для 9 Рязани. Не гасит быстрые всплески температуры. Только вода. А какое лучшее охлаждение вообще? Посвятите непосвященную. Куда пропала эта тварь? Бля, он сейчас сверху прыгнет. MR.toaster. Там башка с полкорпуса. Жиркин, ты чё, блядь? Эх, его бы через Макс сеточку. Лонг. Под каждый проц своё. Я понял. Вот, к примеру, седьмую Рязань. Вот как у меня седьмая Рязань. И вот чем лучше охлаждать? Обычным кулером или водяным лучше? А вот то, что он второй раз прыгает, это я не знал. Кстати, я вот что думаю сделать. Давай-ка мы его чуть-чуть уроним. Во-во-во, мутируй. MR.toaster. Ну 9К только на воде смысл что-то ставить другое. Все вроде. Вроде я ему переебал. Макс Лонг. 5000 Рязань лучше воду. Но можно и воздухом, если это 5800. Притом 5800 греется больше, чем 5900. MR.toaster. Твою воздухом. Я понял. А я не помню, сколько у меня там тысяч. То ли 5, то ли больше даже. То ли 7. Рязань 7, по идее, это же получается 7000 модель, правильно? Значит, должно быть цифра 7000 с чем-то. Вот у меня, по-моему, 7600, если я не ошибаюсь. Но могу ошибаться. Ай, блядь. Чё там по патронам? Блядь, взял голосовой, закрыл. Ты чё, падла?
это неубиваемый бит. Максло. Нет, 2700, 3700, 5800. Я так и знал, что я не успею с угла слиняться. Он сразу же ебашит. Все, я вспомнил. У меня, короче, получается... У меня 2000, там что-то X, 2700 X. Как-то так. Плохо дело. Надо чем-то хилять. Хилять, иначе он мне сейчас законтрапупит. Где он? Где это говно? О. Ты, блядь, сдохнешь, нет? Неужели? Опять на него, блядь, полмагазина ушло. Кстати, в оригинальной второй части... Макс Лонг. У меня был 2700X, поменял на 5900X. Чисто для апгрейда или... Сама по себе модель не очень. Хотел сказать то, что в оригинале... MR.тостер. Макс там может что-то с вольтажом, но мудрили, от того и грется больше. У ремонтяша был ролик по понижению напруги без особой потери в производительности. Хотел сказать то, что в оригинале у нас во второй части всегда ты проходишь через магазин оружейный, где ты получаешь дробовик, кстати сказать. MR.тостер. Или автобуст голову делает. Я так понимаю, автобуст-то особо не разгоняет же тебе просто. Ну, как бы он чуть-чуть его подпрыгивает. Ну, Максло, не сильно же. Апгрейд. Проц хороший, но не хватало мощности. Я понял. Не, ну мне вот пока хватает вполне. Все, что надо, как бы оно идет. Пока вот не вижу смысла. Не, ну, у кого, смотря какие цели. Цели и финансы. Если финансы позволяют, то можно хоть каждый месяц апгрейды себе покупать какие-нибудь козырные. Так, все, я тут все обошел. Надо наверх. Наверх, блядь, без патронов, без нихуя. Ага, граната. Да. Ёбаный Биркин, блядь. Пороха, да. Благодетели. Вот. Вот это дело хорошее. Это сейчас вообще в цвет. Брать отсюда больше нечего. Жаден ты, блядь, говядина. Вот я что могу сказать. Макс Лонг. Ссылка. Стернет. 5800 греется из-за высокой плотности. Сейчас чиплет идет уже по 8 ядер. А раньше были по 4 ядра 2 чиплета. Макс уже начал, короче, терминами хуярить. Все, я поплыл, я уже не знаю, чем мы. Там пах я не особо. Я только, я, как говорится, не волшебник, я только учусь. И тема достаточно интересна. Там бы сейчас самое то, консоли в жопу уже пошли, я так понимаю. Поколение нынешних консолей в очко. Ничего интересного. Я думал, хоть плойка пятая стрельнет нормально, а нет? MR.тостер. Понял. Компы сейчас самая тема. Пятая плойка обосралась. Я думаю, там и Xbox не за горами. MR.тостер. Я уже давно не интересуюсь.
И чё так? Надо, как говорится, познавать всю глубину, наша глубин. Так, порох. У меня тут есть случайно? О, вот. Есть вот такой порох. И мы сейчас выйдем на MR.Toaster. Стоянку. Где-то с 3700 перестал следить. Да, мы сейчас выйдем на стоянку. Короче, придется пока три ствола с собой таскать, потому что я не знаю, в какой момент мне пригодится с какими патронами. Они мне что-то наваливают все время разных этих разных калибров. Вот действительно, блядь, я с собой весь арсенал должен нести. Ну, дробаш нам сейчас в тюрьме пригодится. Там будет куча ликеров, хуикеров и так далее. Будет куча дерьма. Тури. Макс Ланг, ты стримишь через видюху или проц? Через видюху. Да, точно. Через видюху. Я что-то задумался, потому что я сначала начинал через проц стримить, а потом переключил на видюху. Но у меня вот сейчас CPY загружено на 4,5%. 60 FPS стабильный, соответственно. Так попроще. У нас потому что, видишь, OBS же получается, она через проц обрабатывается. Вроде как. Ну, короче, так удобно. Леон выглядывает такой. Чик люк приподнимает, как черепашка ниндзя. Ему хуяк там мультики, короче. Штук по глазам. И он обратно люк закрывает и идет спать ложится. Собаки. Мне вот сейчас собак точно не хватало. По идее, он должен открыть вот эту дверь. Это у нас получается обратная сторона тюрьмы. Вспомнился название альбома группы Pink Floyd. Обратная сторона Луны. The Dark Side of the Moon. Макс, отличный альбом. Ну я потому и взял проц на 12 ядер. Не хочу вешать на видюху. Качество не нравится, а проца не хватает. Угу, я понял тебя. А чё, куда мне идти там? Почему меня сюда приволокли? И ничего, все, ничего не дают открыть. Да? А, ну, катсцену посмотри. Чёрт, нужна ключ-карта. Блять, собаки. Да ладно. Сейчас, по-моему, еще несколько штук пробежит. Короче, собаки самые веселые. Кто это? Будет сторожа. Это у нас милашка Ада Вонг нарисовалась. Впервые в серии. Дальше она встретится у нас только в четвертой. Пусти оружие, ФБР. Sorry. Прошу прощения. Спасибо. Бац. За помощь. Макс Ланг. Это Ада. Да. Не ожидала, что вы заберетесь так далеко. Ну, я бы... Вот Клэр и Ада, они, в принципе, все хорошо нарисованы. Отличными формами я бы и Аде тоже припесюнил. Но Клэр, наверное, все-таки побольше. У нее лицевая анимация более
подходит, скажем так. ФБР, значит? И что тут происходит? Не могу сказать, информация засекречена. Вы куда? Под муда, ёпта. Сделай себе одолжение. Перестаньте задавать вопросы и убирайтесь отсюда. Кай. На тиран. Не, тирану бы я не стал припечинивать. Эй! Макс Ланг. Я с тобой, конечно, не закончу. Какой статный мужчина. Не, ну его нахер. Он бесит, он душный. Вот если бы не был душным, я бы подумал. Тут у нас ликер валялся, кстати, находился на стене. Ладно, пойдем мы туда, где стрельбище было. Там наверняка какие-нибудь ништяки есть. Правда, там и зомби есть. Зомби. Уведомление об утилизации 7439. Я понял, понял. Коробочка. Давай, изучаем коробочку. По идее, дважды коробочка быть не может. То есть, если Клэр у нас использовал этот ключ, тогда Леон уже никак его не может использовать. Ну, пойдем проверим. Если посчитать, то Клэр, получается, у нас идет чуть-чуть впереди. Они же не могут одновременно идти. Макс Ланг. Это альтернативная вселенная. Да что-то не сходится в этой альтернативной вселенной тут. Ни хрена. Матильда. Давай к Матильде сейчас. У нас, короче, Матильда обретает какой-то статус уже пулемета-автомата. Вот, пожалуйста. Что это такое вообще? Как с этого говна стрелять? Оно в руках отсыпется. Ребята. Где Матильда? На... Помесь Бобика со свиньей вообще. Ну нахрена такие пушки делать? Чего выдумывать, я не понимаю. Могли бы просто, я не знаю. Не знаю, коробку патронов туда закинуть и все как бы. Макс Ланг. И два слота. Да, и вот она два слота, кстати, занимает. Вот это вот вообще не очень. До встречи, говорит. Ключ Буби я находил у этого директора жирного в кабинете. Так, давай-ка мы его порежем сначала. Меньше патронов уйдет. Надеюсь, я успею тут, пока баба не встанет. Вот, а сколько я патронов на этих мудаков в прошлый раз потратил? Окей, пожалуйста. Матильда. Ах, пропусти. Да, ёб твою мать. Давай так. Надежнее будет. Что у нас там? А, кстати, в обойму только 7 штук вылезает. О! Это добро. Вот, кстати, я за Клэр отстреливал вот эту вот ачивку. То есть, фактически, судя даже по этим, по коллекционным вот этим игрушечкам сраным, Клэр идет впереди. Но тут появляются разные предметы, сами по себе вырастают. А вот это вот, я так понимаю. А нет. Я думал, то, что вот эта дверь, она ведет на стоянку. Так. И туда надо.
Ну давай-ка мы здесь все обойдем. Че у нас? Там, походу, ликеры хрипят. Тут их было два штуки. Оба здесь. Но, скорее всего, тут будут собаки. Если тут будут собаки, получается, тогда Леон идет впереди. Клэрка до сюда заходила. Тут было два ликера, собака нам тогда еще, помню, сказала, что собак нет. Это странно. Да, и тут почище стало. Короче, получается логически посчитать, Леон идет вперед. Сейчас. События хоть и идут одновременно, но Леон идет вперед. Собаки тут шустрые и противные, лучше дробовик. Ну-ка, стой. Порепать их можно? Не, значит, потом клетки откроются. Я обязательно буду с ними биться. Че, они зря их тут прописывали, что ли? Собаки обязательно будут. Ну че, тут грызунов никаких нету. Странно. А где все? Либо вот эта часть должна с ментовским участком на первом этаже соединяться. Да, возможно, если ручку найти. А ручку я, получается, чуть-чуть попозже найду, когда вот пойду в ту дверь, туда, где она. Илья, стратег вселенских игр. Привет, вот лайк, бро. Желаю классного стрима. Здорово, Илюха, спасибо. Ах ты, падла, драная. Я думал, успею его зачморить. Буквально два удара я не успел его сделать. Хотя я ему руки отрезал. Интересно, как бы он подняться смог. Подняться там, не знаю, схватить меня за всякое. А, ну вот здесь, да-да-да, ну вот здесь ключ Буби берем. Чё? Сказал, а, это Леон, короче, у нас стонет. От тараканов орёт как баба. Блять, он тут уже батальон, наверное, положил в зомбарей, а испугался каких-то тараканов. Странно вообще. Все равно этого молодого человека надо порепать. Там не встал. Ну их нахер. Лучше там немножко времени посвятить, чем потом патроны тратить. А, три флота осталось, кстати сказать. Не густо. Ключ у нас получается в предпоследнем ящичке, да? Тихо-тихо. Она в удобной позе, кстати, лежит для патологоанатома. Они, видимо, периодически заходили пользоваться ей. Вон у нее дупло как открыто. Ходили, я, наверное, подрюкивали потихоньку. Ну и чё ты орёшь? Давай, 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 быстренько. Пока он тут ныряет, мы его расчленим. Ой, руку потерял. Какая досада. Ключ, Буби.
Так, ну надо обратно на стрельбище вернуться. Там у нас есть... Там у нас есть комнатка такая. Волшебная. Бла-бла-бла, это все. Это все я читал. Давай-ка мы поставим, наверное, дедробаш вот тут. Костя Рика, видеослики. Привет. Здорово, Костян. Но сейчас-то они по-любому должны выпрыгнуть. Я ж ключ взял, это ж квестовый предмет. Костя Рика, видеослики. Крутые трусы у тирана. Да, амбреловские. Прям вообще с копыт. Модные. Стильные, модные, молодежные, зеленый горох. Давай попробуем выбежать тогда, я не знаю. Раз никто не хочет нападать. Странно. Может, потом появится. Ну, если что, я готов. Воевать. Что-то не ликеров, ни хера. По-моему, по напряжению было опаснее куда бегать по полицейскому участку, чем по тюрьме. Там народу больше было гораздо. Там прям со всех сторон зомби валили. А тут что-то как-то... Вот так лайтовенько, пару зомбарей, и то не очень опасных. Видимо, специально, может быть, напряжение тянут. Костя Рика, видеослики. 30 число будет прямая трансляция ТГС от Capcom. Должны показать DLS для Резо 8 и разработку Резидента нового и про фильм. Будешь смотреть? Ну, я не знаю, как я работаю. 30-го. 30-го. Это надо посчитать, как я работаю. Если я буду не на работе, то да, гляну. Я вот, кстати, про этот, как он... Не посмотрел презентацию. Что там у нас по Nintendo Switch? Что-нибудь интересное показали? У них вчера была презентация. Я что-то ждал-ждал. И там оставалось полчаса до начала трансляции. Я что-то хуйца позабил. Не стал дальше ждать. Что-нибудь интересное было? Давай-ка мы сундучок слиняем, потому что неизвестно, когда следующий появится. Надо лишку выложить, да можно и сохраниться, в принципе. А то мало ли. Так, это выкладываем. Костя Рика, видеослики. Я в группу ВК кину презентацию Nintendo. Угу, хорошо, я потом гляну. Пороха нам не дала. А по восьмой резьбе, что они там вообще планируют? Ну, какой DLC тогда запустить, не знаешь? По идее, история-то рассказана, но... Илья, стратег вселенских игр. Я по слухам слышал, что Capcom планирует Резик 3 Ревелатион, там будет про Ребекка, будет главным героем. Угу. Костя Рика, видеослики. Будет Байонета 3 на Nintendo. А я тут недавно, кстати, себе первую часть купил в Steam. Не проходил еще Байонету, вообще никогда не играл. А, но, в принципе, как слэшер можно как-нибудь поюзать. Я думаю, игра вообще далеко не плохая. Она даже, в принципе, в какой-то мере уже такая, как ближе к классике. Так, давай-ка, наверное, похилимся, да? Бля, вот травы нету. Печально, конечно. Запас травы небольшой. Красный, главное, дохера. А зеленый нет. Байонету я точно буду проходить. Он как слышал, меня заинтересовал. То надо еще как-нибудь
Костя Рика Видеосли. Я проходил первый огонь игра, а там участвовал разработчик, который создал Devil May Cry 3. Ну да, они... Видно, что они вдохновлялись, скажем так, вселенной Devil May Cry. Так, мужчина. А ты вторую часть-то не играл в Байонете? Интересно, он подох? По идее, ножулька отлетела. Рука отлетела. Только где они? Костя Рика Видеослики. Или я про Revelation 3 тоже слышал. Revelation 3. Костя Рика Видеослики. Вторая часть идет на Nintendo чисто. По-моему, она на Nintendo Wii U выходила, если я не ошибаюсь. Или я стратег, да? Вселенских игр. Я видел прохождение игры Код Вероник ремейка, но не капком его создала испанцы, но есть один и много. Да. Вот, кстати, насчет ремейка Кода Вероники, по-моему, его еще нету, да? Не делали у нас. Ну-ка попробуем кортиком я. Блин, не задевает. А нет. Подождем. Костя Рика Видеослики. Код Вероники нету. Угу. Потом эти камеры открываются. И они потом все нападают на тебя. Вот как раз. Костя Рика Видеослики. Я знаю, Resident 4 ремейк разработки идут. Да, да, что-то тоже такое слышал, то что прям вот-вот, скоро-скоро. Ну как скоро, там где скоро, там у них 5 лет, как здрасте. Не, ну если сделают вот подобную игру, как бы подобный ремейк, то я только за и такое время подождать, как бы игра-то кайфовая. С учетом того, то, что знаешь, сейчас не каждый этот как его дружит с симулятором. Костя Рика Видеослики. Пару годов точно. Скорее всего, да. Ну, я смотрю, планы у них вообще наполеоновские, как. Мужик, иди-ка сюда. Иди сюда. Не хочешь. Ну ладно. Отца. Эй, привет. Поверить не могу. Нормальный человек. Илья, стратег, привет, вселенских человек. Игр. Про Резика 9 ничто не слышно. Да, у них что-то вообще, как бы, знаешь, эти... И четвертый ремейк забацать, и потом... это как вот DLC для восьмого выпустить. Тут еще девятый, я не знаю. У них, по-моему, не такая огромная студия, чтобы все это дело одновременно разрабатывать, потому что туда дуреть можно. Но никто не застрахован. Может быть, Костя Рика Видеослики. Про фильм еще расскажут. Так, мне хватило, кто-нибудь еще выжил? Да, с нами еще несколько человек. А, это нехорошо, наверное. Ну что, если нам не от Айронса? Шефа Айронса, он где-то здесь? Да знает, надеюсь, его уже кто-нибудь сожрал. Ты о чем? Это он меня тут оставил, урод. Думаю, у него были на то причины. Были. Я собирался сдать его лживую задницу со всеми потрохами. Я бы на этом месте тоже тебя так повел. Ну, что-то такое-то. Ляпнул, я не успел дочитать. Слушай, предлагаю сделку. Открой камеру и получишь вот это. С парковки ты без этого не выберешься, уж поверь. Извини, не могу. Сначала нужно поговорить с шефом. Костя Рика Видеослики. Фильм будет связан с игрой первой и второй части. Угу. Ну, круто. Максимум. Я бы подождал. Ну, на самом деле, в 8 резике, анимации модельки с 7 го. Там не сильно затратно вышло. Движок весь от 7. Уже все готово почти.
Ну а что, они дураки тебе, что ли, прямо вот? Илья — стратег вселенских игр. Я слышала, что Капком и был подан суд за плагиат 8 Резика. А про сериал был клёвым. Ну а чё они, думаешь, дураки такие, просто взять и сидеть, клепать новые движки для каждой части? Нет, они одну, допустим, седьмую сделали. Они на движке седьмой еще тебе 4 части где-нибудь, 5 выпустят. Будут их клепать и просто бабки хапать, вот и все. Просто единственное, что у них чуть-чуть подтянуть графон, оптимизировать, еще локации создать. Это все будет кочевать и занимать немножко времени, как бы кочевать из серии в серию. Загадочки разные там, ну, чуть-чуть измененные и так далее. Вот как у нас, допустим, вторая и третья часть между собой отличались? Да никак практически. Вот то же самое, седьмая, восьмая. Чуть-чуть декорации изменили, все, привет. Но все равно надо будет сыграть восьмую часть. Ты понимаешь, что мы оба здесь заперты. И мы либо объединимся и поможем друг другу, либо... Черт, начинается. Костя, что начинается? Костя Рековидеослики. Да, расчлененку убрали в восьмой бы, очень нагрузка будет высокая на движок. Ну, насчет расчлененка, это печально, конечно. Вот во второй части тут и кишки, и мозги, и вся херня, и трупы, блин, ну, тут очень клево сделано, как бы, в плане тона и визуала. По поводу 18+, как бы, вообще ништяк. А вот расчлененку — это печально, конечно. То есть, вы понимаете, да, куда серия катится? Далеко не в лучшую сторону, походу. Если они, убрав расчлененку, именно топят за... рейтингом, чтобы их не предъявили им ничего, тогда это уже как бы считается то, что они, ну, типа тащат на коммерцию. Соответственно, они могли бы как вариант сделать версию с расчлененкой, либо версию без расчлененки. Так, по-моему, у нас было во вторая часть, по-моему, если я не ошибаюсь, так выходило. В двух вариациях: расчлененка и без. По-моему, так. Ну давай же, не будь сволочью, для твоего же блага. Да выпусти ты же меня уже, мать твою. Костя Рековидеослики. В восьмой части просто много врагов, и каждому анимацию делать это надо сильное железо. Ну, все зависит от того, насколько сама игра еще потребляет мощности. Допустим, если у тебя игра занимает чуть-чуть мощности, ну, условно, условными терминами не владею, как бы, условно говоря. Предположим, игра занимает столько же, сколько и седьмая, но анимацию мы сделаем персонажей, ну, врагов, чуть-чуть получше. И поэтому они все это дело уравняют. И примерно то на то и выходит. Может быть, они, допустим, что-то убирают в угоду для улучшения чего-то другого. Ну, почему бы нет? К тому же я слышал такую тему, то что раз у нас, ну, как бы, разрабы говорят такую фишку, то что если сейчас такой жесткий дефицит на рынке всяких микросхем и так далее, железо становится дороже в разы, и дефицит само по себе, как бы, по факту, вот, то мы, типа, будем сейчас стараться делать игры, используя ресурсы, те, которые есть уже сейчас, на данный момент. То есть, не будем скакать, как раньше. То есть, есть консоли нового поколения, ага, мы пилим игры лучше. Костя Рековидеослики. В седьмой меньше врагов, их модели. Там проще делать расчлененку. Ну, на тот-то момент, как раз, видишь, ресурсы были гораздо лучше. Добрый вечер, дружище. Лойс под видос. Здорово, спасибо. Илья — стратег вселенских игр. Вот Резик 8 мог быть лучше. Если бы не хакеры. Могла быть там. Ада, потому что она хотела добыть Каду. Для террористов. Лево могли больше раскрыть историю. Ну, видишь, Капком как бы тоже не дураки. Они, у них же тоже есть своя стратегия и так далее. Это у них, по-моему, единственная такая серия, за которую они держатся. Я думаю, то, что у них есть свои цели, которые они преследуют.
конкретно маркетологи и так далее, умные дядьки сидят во главе стола и обсуждают, как у тебя будет выглядеть новая часть резидента, с которой они поимеют много-много миллионов долларов. Грязных зеленых бумажек они с этой штуки Костя-Рика сорвут как следует. Восьмой части сделали, как в резе четырех, только голова разрывается. Вот, и им нужно еще учитывать то, что им нельзя отходить от канонов, иначе их начнут другие люди презирать, как бы, ну, начнется хайп и все такое. Это не нужно делать им. Это нужно оставаться, у них есть определенные рамки, у них есть определенные ресурсы, ресурсные рамки. Так сделать игру, чтобы она пошла на всех актуальных платформах, чтобы была ни больше, ни меньше, иначе они денег не заработают. Александр Комендаров. Здорово, мэн. Держи напругу. Здорово, здорово, Тайс. Рад видеть. Так, ну что, давайте смотрим. Адам Вонг, вся фигня. Александр Комендаров. Гопить. Думаешь? Ну давай. Давай, сейчас достримим и пойдем набухаемся. Сначала Адам Вонг. Это я, не паникуй, и пушку бери. Я даже не понял, что произошло. Так быстро. Я же предупреждал, что надо убираться отсюда. Костя-Рика, видеослики. Да-да, чтоб не было как с киберпанком. Кстати, вот у нас этот какой, я посмотрел тут недавно киберпанк, по-моему, да, он что-то как бы вроде как немножко преобразовался, но они там пытаются уже более-менее замять эту фишку насчет DLC, которую они обещались к концу там 21 года выпустить патч там 1.3, чтобы вообще типа все летало и все такое. А они аккуратненько взяли, короче, просто добились того, что их обратно в PS Store пустили. И такие, чуваки, как-нибудь потом, ну, блядь, извините, что ли. Типа того, ну, как бы, мы как-нибудь выпустим, вы не переживайте. Костя-Рика, они сорвали, блядь. Он уже оживает. Ну, вот я посмотрел, короче, пару видосов трехмесячной или двухмесячной давности. Больше дополнений никаких не выходило. Посмотрел пару видосов, и там, короче говоря, чувак рассказывает, как преобразилась игра от выхода и до сейчас, до нынешнего дня, как бы. Лаги есть, и все равно, как бы. Но единственное, что они исправили версию, по крайней мере, на компе, они исправили то, что там до конца уже хотя бы можно все квесты выполнить. Все сайт-квесты работают. Более-менее себя менты ведут. В жизни-то менты себя не очень ведут, а тут, видишь, они постарались, короче говоря. Так что, я не знаю, будут ли они вообще в дальнейшем хоть как-то дальше делать. В PS Store только на PS4 Pro и PS5. Ну, неважно, тем не менее, они первую волну бабок собрали. Макс Ланг. Я вот и жду, когда норм-патчи все доделают, потому так и не проходило еще. Да, я вот тоже, видишь, Макс, я ее, короче говоря, купил, когда она только выходила. Я, наверное, стримов 5 по ней, короче, забацал, и потом такой, ёпти, ну, блядь, ну нереально в ней играть. Все забаговано, некоторые квесты не работают. И она тогда нужна, как бы, я просто, она мне висела на компе, а потом думаю, что-то, блядь, нахуй эти 120 гигов мается мне. Или сколько там она весит, не помню, 70, что ли. Короче, я ее снес. Я ее снес, и там, как бы, я много этих карты много зачистил и так далее. Я не знаю, вот думаю, подождать, что ли, или потом как-нибудь постримить, и как бы хер бы с ним. Костя-Рика, видеослики. Я жду на PS Alan Wake буду брать. Alan Wake, ну да, игрушка-то прикольная. Мне вот она, когда еще тогда, я лобал еще очень давно на ноуте, на своем первом. Я ее лобал, она как бы мне понравилась, то, что она сделана как сериал. Прям вот вообще с копыт. Игруха была прикольная. Правда, немного коридорненькая такая она, знаешь. Ну, как бы звезд с неба не хватает, но сделано неплохо. Добротно, как бы. Или я стратег вселенских игр. Вот взять компанию Blizzard, то же самое происходит. Не нравится финал игры Warcraft. Им угожали разработчика, думаю, Capcom то же самое ожидает. Так сейчас у Blizzard, да вообще, по-моему, даже Diablo-то второй, то, что сейчас вот вышло, вчера Resurrection. Да, а нет, вчера, не вчера, 23 числа вышел Resurrection. У нее, по-моему, вообще проблемы до сих пор, как бы, ну, то есть она уже вышла проблемная. Она стоит 2 косаря, и то она, по-моему, в одном магазине для ПК продается. Ну, и в сторах, и Xbox, и так далее, короче. Но конкретно для ПК-версии
Она что-то там, я не помню, как магаз называется. Две штуки они за нее просят. И я смотрю то, что обзорщики и так далее, ну, обзорщики начинают на нее потихоньку жаловаться. Такое ощущение, то, что она, короче, какая-то косячная вышла. Макс Лонг. Так как Кэм, как по мне, все хорошо делает. Меня все устраивает. Ну, у нас, кстати, не так-то много. Вот у нас Naughty Dog, Capcom. Что еще? ЕА, в принципе. Игры нормальные выпускает. Диабло обновление вышло еще. Ага, то есть они, короче говоря, сначала игру выпустили, а потом следом обновление через сутки. Ну что за бред, возьмите вы сделать нормальную, блядь, игру и сразу же ее выпустите на день позже. Сразу же с обновлением. Что за чушь? Купил игру, купил ее, скорее всего, по предзаказу, как это обычно бывает. Сидишь такой, блядь, я должен ее поиграть. Некоторые же даже сутки не спят. Ждут момента загрузки. Загружает игру, а она хуяк и не пашет. Ну это ж прикинь, какой облом. Это, блядь, считаю, плевок в душу. Вот реально. Когда ты просто ждешь игру, ну тот же самый киберпанк. Ждешь игру, а потом ты ее загружаешь, такой вот, сейчас думаешь, блядь, с работы торопишься домой. Сейчас приду, полобаю, будет ништяк. А приходишь, а там хуяк, отсос Петрович, игра еле работает, блядь, и все. А ты за нее бабки уже влил. Причем еще давно, тогда, полгода назад, ты надеялся. Я считаю, то, что по предзаказу, это вообще сейчас в последнее время игры не хуй брать, потому что что не выходит, то херня. Либо нерабочая. Может быть хорошая игра, но нерабочая. А если рабочая, то бывает хуета. Сейчас, по-моему, даже инди-проекты гораздо лучше делают. Качественные игры выходят на индюшки, чем AAA. Я говорю то, что у нас... Костя Рико, видеослики. Мне хватило Резо 3 ремейк брать про предзаказ, но полное с оригиналом не сравнится. Ну вот. Я говорю, то, что у нас на Naughty Dog, Capcom, Rockstar делают адекватные, ну, выпускают к релизу игры рабочие. У них работает сразу все, там онлайн и так далее. Костя Рико, видеослики. Относятся даже к этому Capcom нормально. Даже Capcom, знаю, что одну создали. Ну, Capcom создали, им нужно было это сделать. Они, скорее всего, по контракту, чтобы не обосраться, им нужно было выпустить третью часть. Они ее выпустили как раз на... Просто, ну, типа, блядь, картинку поменяли немножко и все. Вот так вот слепили по-быстрому, третью часть все выпустили. Нам нужно. Это, скорее всего, коммерция. Илья стратег вселенских игр. Я скажу, Blizzard и так молодцы. Но про Capcom скажу, они и так молодцы. Но мало из три резика. У меня предположение о вселенной игр, что все организация терроризма — это весь заговор. Я че, Илюха, паранойя, что ли? Какой, блядь, заговор? Это тупая коммерция, это тупо бабки. Просто все упирается в деньги. Одно дело, когда люди, которые сидят за компом и прорисовывают какого-нибудь движения персонажа, а другое дело, когда люди повыше этажом, или там этажей на 20 выше, они сидят и думают, как эту всю херню, которая внизу создается, как эту всю херню, как следует продать более высокой, больше аудитории. Почему у нас сейчас чаще всего встречаются игры с донатами на компе? Когда это было такое, то что у нас на компе игры с донатами выходило? Когда у нас сейчас стали чаще всего появляться игры с этими, как он... Костя Рико, кооперативные. Вот Кодзима Гений всегда создает годноту. Хочешь, типа, контента побольше, хочешь костюмчиков, плати сверху бабло. То есть они тебе выпускают проект тысячи за 3, за 4. Сверху ты еще туда накидываешь, нахуй, пару тысяч, чтобы нормально поиграть в нее. Типа Вальгалы, ну вот юбики любят такой хуйней страдать. Покупаешь игру за 3 куска, сверху еще 3 доплати, чтобы полностью весь контент получить. Иначе нихуя, иначе у тебя будет уже неполноценная игрушка. Вот что за бред вообще? Вот так вот, это тоже как бы разводило вот такое жесткое. Скоро, мне кажется, Ubisoft насчет этого дела наебнется просто. Они так-то уже конвейером своим всех затахали. Костя Рико, видеослики. DLS тоже бабло. DLC бабло.
костюмчики, бабло. Это все бабло, бабло. И вот они думают, как бы правильнее это бабло тебе тюхать за минимальные затраты. Чем меньше они потратят ресурсов, энергоресурсов рабочих, тем лучше будет для всей компании. Сделать мало, получить много. Стандартная модель бизнеса. Если ты больше въебываешь и меньше за это получаешь, то ты херовый бизнесмен. Илья, стратег вселенских игр. Я просто хочу понять, кто на самом деле злодей. Сначала был Спенсер Помвескер, потом Алекса, затем Миранда. Я думаю, для такого вопроса надо, короче, взять, включить видос, короче говоря, полный разбор вселенной Resident Evil. И тогда тебе, наверное, по полочкам более-менее знающий толковый человек разложит всю эту Санта-Барбару, если ты знаешь такой сериал. Ну, короче говоря, вот эту вот запутанную всю историю, потому что Capcom уже из кожи, по-моему, вон лезет, лишь бы, короче говоря, захерачить тебе, как бы... хоть какой-то сюжет, чтобы он хоть как-то был связан с предыдущими частями, чтобы народ опять же схавал, чтобы опять же получить с этого денег. А не какой-то там, как ты говоришь, вселенный заговор. Вселенский заговор, так как ты нам написал. Это чувак паранойя, надо повнимательней. Ладно, давай сюжет, смотрим. Ада Вонг у нас пришла. Ты говорит, Леончик, подожди, тебе нужно карточку забрать. Он был моим информатором, помог мне в расследовании. Значит, он говорил правду? Костя Рика, видеослики. Капком сами путаются в лор свой, не знаю. Ну, я думаю, все равно там какой-то должен быть мужичок, скажем так, знаешь, какой-нибудь старенький такой дедок, у которого есть здоровый-здоровый стенд. И там много фотографий разных. И от этих фотографий там разные вот цепочки идут там. Линии прочерчены и так далее, кто кому, кем, блядь, приходится, чтобы в этой всей хуйне не запутаться, потому что если им предъявят, то можно так-то и в суд подать. Ну, типа, за нарушение каких-нибудь там, знаешь, этих чувств фанатов, там, типа того, там, за предательство, там, не знаю, могут их наказать, как бы, судебным иском. Бывает же такое, у нас в США, как только люди не судятся, по какой причине, там, типа, блядь, не знаю, он там на меня косо посмотрел, или там у него изо рта сильно воняло в автобусе, хуяк, отсуживают там, блядь, 30 миллионов. Запросто, почему бы нет? Фанаты могут предъявить им, поэтому там тоже надо быть очень, очень внимательно и аккуратно. Отсюда поменьше стало, кстати, Костя Рика, видеослики, появление сисек и так далее. Вескер самый лучший был, если брать со злодеев. Ну, да, в принципе, он как... Костя Рика, видеослики. Убрали зря его. Ну, может быть, они посчитали то, что все, типа, его сюжетная линия выгорела, почему бы его не убрать? Может быть, так. Меня зовут Леон Кеннеди. Найти выход отсюда, Леон, пока не поздно. Потом поговорим. Окей. Я Ада. Снимай-ка ты, Ада, плащ, да немножко наклонись. Или я стратег вселенских. Уговор есть игр. Уговор. Я думаю про Розу Дочитана. Ее считают опасное оружие. Но она, как Элис, тоже у нее был вирус и способности. У Розы то же самое. А про заговор я говорил, все эти вирусы их организаций. Вот, наконец-то эту ручку дали. Сейчас еще предохранитель надо будет искать. Памятка. Электрощиток тюрьмы. Электрощиток сдох. Найдите главного, пусть побыстрее с ним разберется. Полагаю, это ни для кого не секрет, но электрощиток тюрьмы – жуткое старье. И нам потребуются особые детали электрощитка, которые никто не производит. Впрочем, их еще можно найти в генераторной. Дополнение. Судя по всему, генераторная всего одна деталь электрощитка. Еще одна должна быть у парня, что пришел чинить часовую башню. Короче, опять в башню надо пердолить. Так что кто-нибудь сопрети, в смысле попросите ее у него. Ну, пожалуйста. Я понял. Обратно в дом надо будет возвращаться. В дом, в полицейский участок. Чтобы там вторую часть предохранителя надыбать. Так, у нас по предметам, да, только ручка. Илья, стратег вселенских игр. Да, Вескер самый лучший злодей этой вселенной.
Так я забыл уже. Да, ручка Костя там дальше. Рика видеослики. Итан тоже не слили, он будет в 9 части. Бо лицо не показали его в 8 части. Ну а там же говорили то, что они Итана хотят вот прям на трилогию все растянуть. То есть до последнего будут лямку эту пердолить, чтобы это вот как-то заинтересовать. Так, 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 так. Здесь все. Макс Лонг. Спойлеры. Собаки-то выключили, не? Не, пока тут. Ну и ладно. Ну и сидите там. Вроде правильно иду. Да, вот здесь ручку надо применить. И мы сейчас окажемся в полицейском участке. Там, по-моему... Ну, может быть, еще... Еще не раз нам можно будет ее использовать. Сейчас посмотрим. Нет, еще где-то она применяется. В смысле, я что, это просто так что ли открывал? А, это вот. Я уже думал это. Наебщики. Ну нет. В таких ситуациях надо на самом деле стрелять в дробаша, а потом спрашивать, кто тут. Так как патронов у меня немного, будем экономить. Илья, стратег вселенских игр. Мне удивляет, что паразиты и плесень соединить получится каду, но это гибрид плесени и паразита. Костя Рика видеослики. Главное, чтобы мою любимую 4 часть не угробили. Гибрид плесени и паразита. Я вот, кстати, в 7 части, когда вот эти груты на тебя нападают, черные, из нефти как будто сделанные, я вот что-то вообще эту фишку не понял. Лучше бы зомбарей бы оставили традиционные, было бы прикольнее куда. Это лично мое мнение. Главное, что мою 4 часть не угробили. Да, я не думаю, то, что они ее угробят. Они слишком, фанаты ее слишком любят, чтобы ее уничтожать. Они могут тебе всякой херни там в 9 части намутить, там в 10, а 4 они просто, скорее всего, подтянут графон, сделают ее более-менее играбельной, добавят что-нибудь еще туда. Возможно, еще каких-нибудь DLC накрутят. Но не более того. Скорее всего, калечить ее просто не разрешат. Калечить там, как-то менять, что-нибудь делать с ней не дадут просто. Их же потом, ты чё, их ты потом на костре сожгут. Уж больно у нас вторая и четвертая часть фанатами полюбилась. Кто хрюкает? Вот кто-то рядом, блядь, прямо тут. Прямо вот здесь где-то рядышком. Кто-то хрюкает мне в ухо, а я кто, я не знаю. Он особо не напал. Костя Рика видеослики. 8 часть вообще как Ван Хелсинг, кликаны бегают, гаргульи летают. Да, я так и заметил то, что там что-то вообще как бы они, по-моему, фантазию разраба куда-то вау туда улетела нахер. Илья, стратег вселенских игр. Если мне спалили про игру, я был не против знать сюжет. На счет 4 видел, она выглядела подобие шлема виртуального реальности, похоже. Костя Рика видеослики. 4 часть про самое гребельное со всех частей. Ну, в принципе... Не, почему? А тот же самый 5-я, 6-я, что, они плохо игрались? Они же тоже игрались хорошо, просто не совсем каноничными считается, поэтому... Их так вот немного не очень уважают. Значит, четвертую видел, она выглядела подобие шлема виртуальной реальности, похоже. Но сейчас они тоже стараются приобщить людей к
шлемам виртуальной реальности, чтобы их тоже продавать. Они пока стоят тоже неплохо. Один шлем тот же самый, полтинник, как тебе цена? Вот считай, ты шлем купил, игру купил. Вот и все, считай. Ты взял им и заплатил уже как минимум в 55-60 кусков, просто чтобы поиграть только в одну игру. Причем народ, как бы говорят, что седьмой резидент, он довольно-таки добротный именно в шлеме виртуальной реальности. Если ты типа в шлеме и в нее не играл, то ты вообще типа седьмого резика не видел. Ну, не знаю, по мне так и без Кости шлема неплохо играется. Для челленджей, ну такое, пятый уже после четырех части. Ну, я говорю то, что кому Илья как. Илья стратег вселенских игр. Вот 5 мне просто нравится, но 6 я играл тоже неплохо, но минус нет документов. Каких документов? Костя Рика видеослики. 4 часть будет на Виарда. Ну, я говорю то, что они сейчас будут стараться на VR все что угодно выпускать. Так, теперь собаки у нас поперли, да? О, сука, через ограду перескочила. На нах. Минус одна. Илья стратег вселенских игр. Как полявил вируска. Вообще, по-моему, я считаю то, что надо было уже... А, нет, нет, ты же имеешь в виду то, что документы Костя-Рика почитать в игре, как... 8 часть тоже могут как 7 часть на VR. Да, скорее всего. Запилят, со временем запилят ее. Она же вроде неплохим тиражом продалась. Запилят и на VR сделают. Ты, Илюха, имеешь в виду то, что сделали документы... Типа, походить, почитать лор, ты про это? Так, ну, вроде все. Крадется, блядь, там. А этому, пожалуй, со ствола. Она с другой стороны ускакала. Подождем. Давай, 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 иди сюда. Пряталась. Вот, сучка. Ладно. Не, не пришла. Илья стратег вселенских игр. Я знаю, кого брали образ Джилл. Но это не будет спойлером. Эх, промазал чуть-чуть. Эй-эй-эй-эй-эй. Блин. Костя-Рика видеослики. Два лишних патрона. Спенсер тоже связан с Мирандой. Амбрилу и знак ее он взял с деревни Миранды. Илья стратег вселенских игр. Саша Затова. Чё за Саша Затова? Давай, опа! Следующий. Отличная вещь, дробовик. Просто замечательно. Всё, ну тут уже больше никого нет. Я вот не знаю, ликер тогда собаку взял. Знаю Сашу Зотову. Нет, я таких не знаю. Я таких не знаю. Так, свет я включил. Предохранитель один нашел. Блять, сколько собак-то тут, а? Илья стратег вселенских игр. У нее канал есть в Ютубе. Бам.
Костя-Рика Видеослики. У нее есть канал. Не, я без понятия, кто это такая. И что, прям капком взяли и с нее содрали образ для игры? Что-то я сомневаюсь. Не, ну, ну не исключаю, конечно. Что это за дверь такая? Куда она ведет? По идее, у нас сейчас, кстати, в участок должен лифт заработать. Угу. Вот он как раз проход. Все, я понял, я Илья нахожусь. Стратег вселенских игр. Она стримы делала Ризик 7. Много пугалась. Угу, Макс Ланг. Она модель просто. Ну, Костя Рика Видеослики. Да образ Джилл в ремейке 3, который сейчас дно. Все равно прикольно, сидишь себе, стримишь, а по твоей морде игрушку какую-нибудь запилили. Как минимум приятно. Плюс вообще бабла есть, скорее всего, за морду-то эту отвалили. Давай, сука, подходи по одному. Бац. Бац. Сука, вот в одну не попал. Вот это как вообще? Ну, ёб твою мать, это заебало. Кругами тебе. Костя Рика Видеослики. Она играла в ремейк 3, кстати. Ебанутые собаки вообще. Вот как так? Я в упор в нее не попал. 4 патрона целых слил. Жопа. В принципе, я думаю, тут собаки-то уже должны закончиться. Пора бы им уже тут закончиться. Илья стратег вселенских игр. Интересно, Резики 4 ремея не будут менять персонажей. И играл ремейк 2 тоже. Костя Рика Видеослик. Вообще не должны. Можно я буду Леоном? Вообще не должны менять никаких персонажей. А сейчас мы пока не открываем ничего. Давай-ка предохранитель, да. У нас этот рычаг не заработает, пока я предохранитель не открою. Это во-первых. Второй предохранитель у нас находится, короче, где-то в комнате с бубнами. Поэтому мне сюда еще не скоро. Ладно, уходим. Так, выходим, и получается отсюда. Отсюда дверь. Макс Лан. Так. Будешь Эдой. Кстати, за Аду у нас получается, мы играли в четвертой части, там немного за Аду лобаешь. А где у нас еще геймплей за Аду идет? Костя Рика Видеослик. Она же по-любому не могла. Она же по-любому не в этот, не в одной части появлялась. Колоритная тоже тёлка считается. Порох, да. Доски, да. А и все, у меня больше брать-то нечего. Костя Рика Видеослики. В 6 части за Аду. И все, да, больше нету. Четвертый и в шестой, короче, ты за нее лобаешь, да? Не, странно, они могли бы по ней вообще отдельную игру, блин, запилить. Раз она уж всем так понравилась. Почему-то не стали. Че? Илья стратег вселенских игр. Леон клевый персонаж, но он бабник.
У него много девок, то Клэр, то Эшли, то Хелена, то Манвила и Ада. И он любит Аду тоже. Что-то тут много народу. Давай-ка мы загрузимся. Костя Рика видеослики. И Амбрелла Хроники за Аду есть прохождение. Ну, Амбрелла Хроники это уже, по-моему, какой-то вообще, блин, ситком, я не знаю. Я думаю, здесь что ли зашторить? Давай, наверное, да? Так мы сделаем. А этих попробуем с дробаша. Нет. Давай по одному. Сейчас бы критануть, конечно, было бы замечательно. Поближе его сюда подведем. О, кританул, ништяк. Эх, да, бля. Сукин сын. Костя-Рика видеослики. Нет, там продолжение истории Ады после падения во второй части, как ее спас Веске. Жесть, короче. Вот реально Санта-Барбара. Все. Ну, этот пускай там стучится, наверное, ничего страшного. Так, стоп. Патронов мало. Ну, вот в чем проблема. А людей больше. Бля, ну ты не дергайся хотя бы. Костя Рика видеослики. Бы в четырех части она работала на Вескера. Ну да, да, она там. Типа а-ля Костя Рика видеослики. Бы он ее спас. Я думаю, не встань. Что у нас по патронам? Вообще понты остались. Ну, по идее, сейчас должны начать давать мне эти патроны. Поэтому надо искать комнаты с Буби. Ближайшая комната у нас. Я не помню, тиран тут ходит или нет. По-моему, нет. Костя Рика видеослики. Ну, в конце она его предала. Вот это дело тоже надо потушить. Как-то он там его тушит. О. А цветочек-то я просрал немножко. Он же тут лежал давным-давно уже. Там ликер. Я туда не пойду. Вот еще крутилка. Это у нас получается короткий путь, она откроется. Короткий путь и, скорее всего, на первый этаж к холлу, да? А нет. Все, я понял, короче, где я нахожусь. Костя Рика видеослики. Вот Ады недобрый и нехороший персонаж. Смайлик. Ну, да, удобненько. Ой, как удобненько, она нейтральная. Этот мужчина на нас не нападет. А вот этот запросто. Так, там ключ трифы и пики. Не пики, а червы. Но вот Илья здесь стратег вселенских играх. Мне удивляет, что атагонисты 8 Гейзенбер и Альсина. Но я понимаю, мужика он безумный и клевый, но женщину большую, что у нее большая попа и два дыни, это просто развлечение мужиков, она. Бля, придется с дробаша мочить. Серьезно, ты еще не подох? Давай, ножа добьем.
Я думаю, здесь заколотить или ну его нахер. Давай, наверное, заколотим. Чуть-чуть в инвентаре почище будет. Короче, ради пороха пока сюда сбегал. Я не знаю, дадут ли мне еще ключи. Должны, по идее, так, попозже. Костя-Рика, видеослики. Димитреску, сейчас в майке Димитреску лежу, отдыхаю, ну-но. Майка Димитреску. Так, у нас Бубби, по-моему. Блин, вот я помню, что на втором этаже. На втором. Как добраться-то туда? Я думаю, все-таки придется снизу начинать. Я забыл, где у нас все комнаты с Бубби. По-моему, по прямой тут ничего нету. Илья — стратег вселенских игр. Вот Крис и Джилл, они просто отличная пара. Но другие считают, что у них нет отношений. А мне кажется, есть отношения. Блять, ну вот ликера мне точно сейчас не хватало. Пиздос. Ну, естественно, у меня прям в углу и заебашит. Костя-Рика, видеослики. А так я ее убивал с одного ножа, слабая Димитреску. Мы говорили то, что, по-моему, этот, как он, боссы есть и посложнее, чем Димитреску. Так, окей, давай тогда вообще вниз не пойдем. Заколотим вот этого мужчину. Попробуем завалить вот этих двух. А вот этого он не кританул. Что очень печально. Но их не ножом, наверное, не порезать. Костя-Рика, видеослики. Миранда и Гейзенберга, трансформер. Давай, режь быстрей. Все, одного успел. Там еще один. Но он пока там занят поеданием пищи. Так что он пока на нас не сконцентрирован. Давай-ка. Ну-ка, ножом. Все, я понял. Отходим. Ой, блин, лишний патрон. Лишний патрон я выпустил. Илья — стратег вселенских игр. Про Димитреску очень много приколов и пародий. Я видел такое видео, что геймер играл игру. Капком увидела геймера, он не был напуган, они послали монстра в тиран Немезис и... Костя-Рика, видеослики. Ножем можешь ноги резать, чтобы они ползали? Да я в целом стараюсь максимально ножом... Ножом мочить, чтобы хоть как-то они меня не это... Я всех режу. Кого не добил, всех ножом косы. Ну вот видишь, он не всех задевает, правда. Руку только одну отрезал и все. Печально, печально, патронов нет. Че, еще и тут? Да, нет, вроде. Так, надо вспоминать, где у нас Бубби. Бубби, Бубби. Там ликер. Здесь тоже, по идее, Бубби нету. Тогда мы, короче говоря, избегаем вот этот коридор с ликером.
Да, избежал. Илья — стратег вселенских игр. Димитреску, и он был просто в восторге от нее, а не то прибили она великолепно. Надо на второй этаж. Тут, короче, нихер делать. На второй этаж и... ближе к оружейнику, короче. Оружейной комнате. Здорово. Давай вот так сделаем. Это вообще патронов, блин, ни хрена просто не осталось. Сколько? 5 выстрелов на дробаш. И 8 патронов на пистолет. 50. В смысле закрыто? Какого художника? Да, ебись, они делают вообще. Была же открыта комната. А, ее завалило. Валя, я тогда пробежал. Илья — стратег вселенских игр. Миранда по дебе босс Садлера очень похожи, у них были клешни. Сейчас этого придется мочить. Угу, кританул, отлично. Давай тут ножом покоцаем, кого возможно. Нож. Ну, ладно. Кто-то с правой стороны идет. А, вот он. Поэтому мы валим вот сюда. Аккуратненько. Сейчас главное на ликера не нарваться. Ну его нахер. На третьем этаже еще 2 комнаты, по-моему. Порох. Подожди, а че, лишний? Все, ключ? Ишь ты. Ладно, выбросим. Кстати, первая головоломка, которая за компанией Леона попалась. А, мне кажется, не последняя, наверное. Давай, изучаем. А мы ее хлопнем. Так, допустим. Блин, 5, 6, 7, 8. Так, это первое. Вторая. Нет. Нет. Третья. Так, первая, вторая, третья, четвертая. Вот тут где-то. Вот. Четвертая. Четвертая. Пятая тут. Нет. Пятая. Шестая. Вот тут. Семь и восемь. Вот, все, погнали хлопать. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая и восьмая. Та-дам! И что мы с этого кнопочку получили? Ну, теперь есть резон вооружейный. Ну, первый. Блин, 5 патронов осталось. Жопа. Жопа, жопа, жопа.
хорошо то, что этим ребятам ноги попилил еще заранее. Они бы сейчас подставали все стопудово тут. Я все жду, тиран появится, нет? Или пока так побегать дадут. Без особого напряга. Так, у нас лишнее в сундуке есть что-то? Давай, наверное, глянем в порох. Вроде что-то было. Нет. Ну, можно пленку взять. Хер его знает для чего. Ну, проявим, пусть будет. Сейчас сохраните, надо по-любому же сейчас с ликером еще встречаться придется. ДЦМ. Понятно, я уже открыл, спасибо. Не, ну прям вообще в тему, то, что тут неограниченные сохранения. Это прям радует вообще. Так, где мы? Сколько ж, сука, на тебя выстрелов-то надо, а? Печаль. 5 выстрелов. С одного удара он не ложится. С гранатомета ложился он в 2. 2 выстрела ему было достаточно. Тут вроде как 3 попадаешь, и он не дохнул. Ну и чё, где он? Где он? Ну ладно, раз не нападает, то и я на него не буду. Так, у нас, короче, одна кнопка. Можно взять либо побольше инвентарь, патроны для дробовика. Если мы 2 поставим, то мы можем открыть вот это. Но не вот это. Если мы поставим еще 2, то мы можем порох взять. Нож это херня. Нож херня, это понятно. Иди инвентарь. Побольше. А, ну нет, мне все равно 3 нужна. Поэтому мы 2 ставим, короче. Больше ничего. Какие там 208 и 102, по-моему. Да. 208 и 102. 208 и 102. Забирай. Ну, потом 3 я нахожу и, получается, открываю нож, не очень-то полезный. И еще один слот. 2 слота, вернее, в инвентаре. Четыре патрона. Точнее, всего 8 выстрелов. Пока у меня... Тихо. Валим, валим, валим. Блядь, все равно задел. Ну ты чмордос, а. Подбежал, ёбнул и свалил. Вот гнида.
Где это, падла? Сучара. Какая сучара. Ладно. Походу надо это заканчивать на сегодня. Спасибо, ребят, за просмотр. Всем спасибо за поддержку. Кто не подписывался на канал, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи и пока.